Настоящий доктор, кандидат медицинских наук, директор Института натуротерапии. И по вашим многочисленным просьбам мы сегодня подготовили именно те товары, которые вам нужнее всего. Что же мы будем представлять? Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Мы сегодня будем представлять новинки. У нас и все, что самые лучшие продукты были, но у нас сегодня еще и новинки. Давайте с ними познакомимся. На первом месте у нас, конечно, Диабинорм Ним. Диабинорм Ним – это специальная капсула. Видите, 60 капсул. Одна баночка на месяц применения, которая позволяет вам снизить уровень сахара в крови. Сделать так, чтобы углеводы, если вы любите поесть, не всасывались, не попадали в кровь. Но самое главное, Диабинорм вас защищает от осложнений, которые бывают при сахарном диабете, такие как диабетическая стопа, такие как ангиопатия, как потеря зрения, нарушение функции почек. Здесь две штуки за 899 рублей. Комплекс на 2 месяца. Что же еще можно приобрести? У нас сегодня? Еще сегодня прям буквально вызвал ошеломительный спрос уникальный комплекс на 2 месяца, который называется «Вазоактив». То есть это специально созданный для наших телезрителей комплекс на 2 месяца применения, который запускает капиллярный кровоток. Если у вас мерзнут руки, ноги, у вас одышка, сердечная недостаточность или у вас потеря памяти, Вазоактив вам поможет за 2-3 недели уже стать нормальным человеком. Ну а начнем мы полную презентацию с самого выгодного предложения суток, и оно в нашем эфире. Это дисконт дня. Как же позаботиться о себе, о своем здоровье? Очень здорово, что сейчас у нас есть муравьиная растирка, которая по многочисленным отзывам завоевывает лидирующие позиции. Вот почему она такая популярная? Более 1400 было сегодня продано. Дело в том, что муравьиная растирка содержит уникальную... Это растирка, прям такой, ну, такой гель прозрачный. Содержит натуральную муравьиную кислоту. И при нанесении, если у вас болят суставы, при нанесении на эти суставы ваши боли проходят буквально за 5-7 минут. Ни часов, ни дней, минут. И вот этот уникальный комплекс я со своими сотрудниками Института натуротерапии, когда были мы в экспедиции в Сибири, подчеркнул там от сибирских, ну, целителей, скажем так, от сибирских людей. Ведь если у них там болят руки, ноги, голова, спина, они не идут, не пьют таблетки, они идут в тайгу, разрывают муравейник и туда ложатся, садятся. Ноги, суставы лечат. Да-да, и здесь вы видите голову мужчины. То есть он своими гениталиями лег муравейник, так там лечит аденому, простатит, импотенцию. А женщины лечат гинекологические заболевания, снимают штаны и садятся голой попой на муравейник. Представляете, да вы как? Что? Вот я тоже говорю, доктор говорит, раздевайтесь, давайте в муравейник ложитесь, вы сейчас почувствуете, как будто вам снова 20 лет. Можно как-то попроще этот процесс вылечиться? Да, конечно же, это было как-то невероятно. Мы создали вот эту растирку. Да, у нас здесь в комплекте в качестве дисконта дня представлено 3 такие баночки. Каждая по 90 миллилитров. Одной баночки хватает на целый месяц приема. А здесь сразу 3. Полноценный курс. Хотите, все себе любимые оставьте. Хотите, раздарите. Вот я, например, одну оставлю себе, одну подарю маме с папой, а другую свекрови. Почему бы нет? 3 штуки за 799 рублей. Лот 45, 749. Ниже цены вы нигде не найдете. Доставка есть в любой регион России. Никаких предоплат. Поэтому все абсолютно прозрачно и безопасно. Но сегодня у нас есть еще и для вас подарок. Доктор Арсенин сегодня прибыл не с пустыми руками. Вот такая ваза будет разыграна. Корзина с красивыми подарками будет разыграна через 20 минут. Что нужно для того, чтобы ее получить? Просто сделать, оформить заказ на нашем телеканале. Взять любую продукцию, которую вы видите в нашем прямом эфире, и все, вы становитесь участником розыгрыша. Звонок бесплатный. Ну, а хотела бы начать с такой проблемы, как артроз. Потому что именно артрозы и артриты захватывают сейчас большую часть населения. Даже молодые страдают. Вот знакомая, например, в 30 лет уже заменила себе сустав из-за воспалительного процесса в колене. Да, действительно, эта проблема сейчас очень резко омолодилась. Дело в том, что артрозы, артриты, это уже стало прерогативой не просто как наших бабушек,
бабушек, дедушек, как бы привыкли, а прерогатива таких молодых людей. И я это вижу у себя на приеме. Дело в том, что вот этот активный образ жизни, мы постоянно движемся, куда-то идем, травмы, ушибы, но еще и сидячий образ жизни, потому что если мы не движемся, это даже еще и хуже, если будет какое-то дозированное движение. Вот эти наши хрящи, которые находятся у нас здесь в суставах, они растут, кровоснабжаются, если мы постоянно испытываем физическую нагрузку. Если мы сидим дома перед телевизором, они у вас разрушаются. Если есть лишний вес, если есть еще какие-то повреждения, возникает у вас боль. Пульсирующая, ноющая, выкручивающая, безумная боль, которая не дает вам спать, которую вы не можете заснуть, а утром вы встаете, вам надо расходиться, у вас воспалительная скованность сустава. Что при этом вы начинаете делать? Вы пьете таблетки. И эти таблетки вы пьете для суставов, для обезболивания. Вы пьете через неделю, у вас начинает болеть желудок. Вы пьете для желудка таблетки. И ничего у вас не помогает, потому что вот эти химические, лекарственные таблетки, вот эта химия, она, конечно же, только обезболивает, но не запускает процесс лечения ваших суставов. А вообще, что с суставом происходит? Вот у нас Галя Першина жалуется, что как только погода как-то меняется, у нее коленка, которую она когда-то ломала, начинает болеть безумно. Вот это как раз проявление вот такой суставной, можно сказать, недостаточности. Когда у вас суставы реагируют на погоду, а сейчас же осень, сейчас погода еще хуже, так вот, вы берете нашу муравьиную растирку, наносите на свои суставы, на тот больной сустав, который у вас болит, и что при этом происходит? Буквально через 5-7 минут вы чувствуете, что у вас начинают как будто бегать муравьи там по вашему суставу, начинают кусать. Что при этом происходит? Улучшение микроциркуляции. То посмотрите, очень хороший эксперимент. Когда вы молоды, красивы, бегаете, прыгаете, вы не знаете даже, где ваши суставы, но если есть лишний вес, если есть травмы, то ваши, друзья мои, суставы, что с ними происходит? Они трескаются. И в этом случае каждый миллиметр движения вам дается с трудом. А что же делать? Наша муравьиная растирка 2 в 1. Первое. Через 5-7 минут она обезболивает вас, вот эти самые ваши боли. А второе, что... Так как улучшается микроциркуляция, улучшается питание ваших суставных поверхностей, сустав начинает восстанавливаться. Очень здорово, что сейчас мы можем из больного сустава сделать здоровый. И скажите, пожалуйста, доктор, все-таки есть у вас пациентки, которые вот излечили уже боль? Конечно, каждый наш препарат мы проходим клинические испытания. Ведь не просто я вам говорю, что боли проходят через 5-7 минут. Не через 20 минут, не через час, не через день, через 5-7 минут. И вот у меня здесь, в гостях, находится Маргарита, которая применяла вот эту муравьиную растирку. Но в свое время, когда она ко мне пришла на прием, она прям буквально хромала. Правильно рассказываю? Да, да, с палочкой. Палочку спрятала в коридоре, чтобы не позориться. А ходила вообще, как серая шейка все равно, на одну ногу припадала. Очень сложно все. Что у вас болело? Болело артроз у меня. И коксоартроз, и коленный артроз. И вообще, и вот все вот эти все суставы. Физиотерапией я лечилась, много чего перенесла, там и магниты, и лазер. А таблетки пили? И таблетки пила, да, а потом желудок посадила, думаю, ага, хватит. Так. И узнала, что у нас есть в Москве такой шикарный институт натуротерапии. Так, и... Вот, и записалась я к директору. Прекрасному врачу, да. Попала к директору института. Ну, я веду прием, да, на самом деле это правда. Вот, Сергею Владимировичу. И он мне посоветовал вот такие шикарные вещи. Вот, муравьиная растирка. И вот вы начали растираться. Да. Как часто вы растирались? 2 раза в день я растираюсь. Утром и вечером? Обычно после завтрака сяду, затру. Это перед тем, как куда-то пойти? Да, обязательно. И вечером? А вечером перед сном. Или когда боли начинаются. И вот когда вы у вас боли, вы растерлись, какие ваши ощущения? Что происходит? Вот, растирочкой, значит, растерла, и вдруг я чувствую, как у меня там, как муравьишечки все равно побежали. Через какое время? Минут через 7-10. Прям побежали. Боль уходит боль. Это прекрасно. А вам не больно вот все-таки там муравьиная какая-то растирка? Нет, ничего кожа не щипит, совершенно не страдает кожа. Ни покраснений, ни боли, ничего. Я хотел бы сейчас, Маргарита,
Маргариту, знаете, попросить, чтобы она поприседала, потому что... Да, да, могу продемонстрировать. Потому что раньше, 77 лет Маргарите, пожалуйста. Вот не каждая женщина в этом возрасте даже по лестнице может подняться. Но здесь у нас, посмотрите, друзья мои, Маргарита приседает. Уже третий, четвертый, пятый раз. 50 раз могу присесть, у вас времени не хватит. Так вот, если вы хотите обезболить свои суставы, запустить процесс именно восстановления хрящевой ткани, а не просто обезболить. И это все безопасно для вашего здоровья, для вашего желудка. Место применения. Отлично. Вот этот метод уникальный сибирских целителей. И приседать так же, как Маргарита, вот видите, 77 лет. Да. Применяйте, натирайтесь. Ведь если вы сейчас вот закажете себе, привезут вам, разотретесь этой растиркой свои суставы. И все с этого момента вы начнете жить без боли. Ну, у нас сегодня в качестве дисконта дня самого выгодного предложения суток не одна растирка, а сразу три. Три таких муравьиных растирки. Уже вы нам предоставили низкую цену, можно за 1200 купить. Угу. А сегодня, именно сейчас, мы вам еще большую скидку даем. За 799 рублей вы забираете трехмесячный курс. В комплекте вы сейчас получаете хорошее настроение, вы получаете здоровье безопасное. Видите, 799 рублей, стоимость одного флакончика 266 рублей. Но это еще не все. Сегодня тем, кто сделает свой заказ и оформит его, тем предоставляется возможность поучаствовать вот в такой рекламной акции. Кто-то из вас через 15 минут получит вот такой комплект. 6 победителей уже забрали вот такие корзины. Остается еще 4 подарка. Кому же они достанутся? Звоните, заказывайте. Звонок есть, прямой эфир. Алло, как же здорово, что вы до нас дозваниваетесь. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Светлана, у меня вопрос к Сергею. Угу. Сергей, скажите, пожалуйста, у меня сидячая работа, очень болит шея, у меня шейный остеохондроз. Угу. Соответственно, из-за боли в шее у меня сильно болит голова. Угу. Вплоть до того, что я не могу уснуть, сильные головные боли именно ночью и утром. Так. Скажите, пожалуйста, вот ваша растирка, она мне поможет? И как мне ее правильно наносить, чтобы... Ну, когда мне поможет? Да, конечно. Конечно. А вообще я не поняла, почему голова болит у человека, спать не может? Как это связано вообще с остеохондрозом? Дело в том, что у нас в позвоночнике, именно в шейном отделе позвоночника, проходят такие базилярные артерии, которые как раз и питают наш позвоночник, нашу голову. Вот посмотрите, у меня здесь есть макет позвоночника, и вот мы видим, они проходят, посмотрите, очень внимательно посмотрите, внутри остистых отростков вот этих наших шейных позвоночников. Они идут у нас вверх, поднимаются артерии и питают головной мозг. И если здесь происходит остеохондроз, то есть вот эти межпозвоночные хрящи нарушаются, мозговые артерии пережимаются. И если они пережимаются, голова испытывает голодание. И если голодание, возникает отек головного мозга, боли страшные, не можете вы заснуть, проснуться, у вас болит голова, кружится. Если у вас это есть, возьмите растирку и разотрите свой позвоночник. Доктор, у нас же 3 штуки в комплекте. Я хочу одну свекрови подарить. Да. А у нее, она говорит, какой-то шум, звон в голове. Да, вот это и происходит. Вот конечно, это недостаточность мозгового кровообращения. То есть вы берете эту растирку. Можно я на вас покажу? Да, а у меня тоже, кстати, остеохондроз. Хотите, да что покажу? Вы? Давайте мы посмотрим. Значит, смотрите, вот, Олеся, наклоните, пожалуйста, голову. Вот здесь у нас 7-й шейный позвонок. Вы видите, вот где, начинается. Да? Что-что? Видно, да, нет? Вот, ну, здесь он видно, у вас не так уж и прямо плохо, нет, бывает и хуже, но здесь видно, вот мы видим такой вот, вот так, повернитесь, так. Вот, да, вот здесь. Мы начинаем натираться именно отсюда, и обратите внимание, я кладу прям буквально 3 капельки. А этого достаточно? Абсолютно, вот смотрите, как растирается, посмотрите, видите? То есть мы весь шейный отдел растерли 3 капельками, и этого достаточно для того, чтобы сейчас и растираем вверх, 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 идем, упираемся в затылочный бугор, здесь такое есть. То есть мы растираем в том числе и даже волосистую часть головы вашего позвоночника по 1 сантиметру вправо и влево. А сколько по времени втирать нужно? Вот она уже, смотрите, вот она уже полностью растерлась, вот она уже... А давить нужно, когда втираешь? Что нужно? Надавливать нужно, когда втираешь? Ну зачем? Не надо, просто это растирка.
слово «растирать». Растерли, моментально питалась. Здесь сейчас подействует муравьиная кислота. Здесь у нас подействует ценцеход, эфир ванили, натуральный живичный скипидар заберет растирку с поверхности кожи и внутрь пойдет как раз к вашим шейным позвонкам. Они расслабятся и улучшат кровоснабжение голове. Голова перестанет испытывать голодание, и в этом случае что произойдет? У вас пройдут головные боли, пройдет бессонница, вы будете даже лучше думать, соображать, потому что у вас будет улучшено кровоснабжение. Слушайте, цена сегодня максимально низкая. 799 рублей сразу за три таких баночки. Натуральные компоненты у вас дома. Цена одной всего лишь 266 рублей. Более 1700 комплектов уже продано, остается все меньше и меньше. Забирайте, пока не есть в наличии. Одна баночка стоит всего лишь, повторяю, 266 рублей. Это совсем на месяц. На месяц, а здесь три баночки на три месяца вам хватит. Да еще и подарок тем, кто сейчас делает свой заказ и оформит его. У нас розыгрыш буквально через 13 минут будет, и кто-то заберет вот такую корзину. Для этого нужно просто позвонить и что-то заказать. И все. Вот сегодня доктор Арсенина в прямом эфире. 18 часов 15 минут. Доктор, ну, знаете, у меня что волнует? У меня все-таки у свекрови один тип кожи, у меня другой, у меня давление скачет, холестерин повышенный, а у нее, наоборот, анемия, она худая, вот такая у нее постоянно все мерзнет, да, там ребенок гуляет, бегает, прибегает потная, а она приходит, говорит, я замерзла. Да. Подойдет ли и мне, и ей? Какие вообще конечно, есть противопоказания? Нет никаких противопоказаний. Мы улучшаем микроциркуляцию. Запомните, чем лучше ваша микроциркуляция, чем меньше у вас воспаление, тем лучше для вашего организма. Это однозначно. Так вот, и улучшая, мерзнут у вас руки, взяли, натерлись руки и ноги вот этой растиркой. Такое ощущение будет, когда вы наносите на руки, то получается, что вы руку опускаете в муравейник, и муравьи ее начинают кусать. Если у вас болит позвоночник, если у вас остеохондроз, поясничного, грудного отдела, растирайте весь позвоночек. У нас... Слушайте, у нас вопрос, есть да? вопрос, да, в прямой эфир. Алло, алло, алло. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Так, у нас да. звонок, тогда я спрошу, муравьи кусают, это же больно, наверное. Да, совершенно верно. Если вы будете ложиться вот в муравейнике именно с такими муравьями, которые у нас здесь указаны, то есть такие рыжие, лесные, сибирские муравьи, это, ну, наверное, больно, потому что я боюсь вообще как бы боли укусов. А я Но мы боюсь. Сделали здесь натуральную муравьиную кислоту, которая помогает вам нежно. То есть они кусают очень бережно. И у меня многие даже спрашивают, доктор, ну как же ночью мы будем заснуть, можем заснуть, если у нас будет муравьи нас кусать сустав. Да нет, они вас кусают 10-15 минут, боль проходит, и потом вот это чувство покуса проходит, и вы засыпаете. А что, для кого? Вот если болит сустав, если у вас ноющие боли в суставах или позвоночнике, если у вас боли после травм, вы знаете, как, травм, когда, вы знаете, когда у вас будет там изменение погоды, если у вас есть какие-то шпоры пяточные, подошвенные, пожалуйста, применяйте. Ну, а у нас звонки просто так и сыпятся в прямой эфир. Да, давайте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела сказать спасибо. Дело в том, что вот буквально, наверное, месяца 4 назад я приобретала растирку мужу. И дело в том, что мы прошли целый комплекс, мазали месяц. Слава Богу, что выгодно мы купили сразу несколько баночек. Я не жалею нисколько, у меня у мужа ревматоидный артрит. И да, он, у него значительно снизились боли, конечно, но у меня тут вот... Ой, дай бог вам, Сергей, здоровье ходит, он у меня сейчас, и уже, знаете, мы и урожай даже успели собрать, так, спасибо вам большое, что заболевание, я еще сама колени себе стала мазать после этого, решила на себе эксперимент провести, и даже, знаете, и поясницу пробовала, и спасибо большое, боль Правильно. Просто... Правильно. Спасибо вам. Спасибо вам. Вот телезрители, вот наши телезрители очень внимательно все слушают и цепляют сразу то, что нужно. Что такое ревматоидный артрит? Ревматоидный артрит, когда повреждаются все суставы, мелкие, крупные. Полиревматоидный полиартрит. Поли это значит много. В переводе с латыни артрит, ну понятно, воспаление суставной ткани. Угу. То есть, когда воспаляются практически все суставы. Что при этом происходит? У вас страшные боли, друзья мои. У вас так все сильно болит, потому что вы не можете даже спать. Такое ощущение у вас, что вот как, посмотрите, у меня здесь кипятильник с водой. Вот так кипит
ваши, вот именно ваши суставы. Они кипят, они как политы кипятком. Что делает муравьиная растирка? Вы ее натираетесь, и постепенно, постепенно, постепенно у вас все проходит. Проходит вот это кипение, и вы уже, вот этот кипятильник, у вас его уже можете вытаскивать. И уже, друзья мои, вот эта же вода, которая сейчас горячая, она у вас остывает. Вот так действует муравьиная растирка, которая берет, друзья мои, и что делает? Успокаивает ваши суставы. Будь то суставы, будь то позвоночник, либо пяточные шпоры, что вы не можете даже стоять. Вальгусной деформации стопы. Вот это все, дорогие мои, помогает растирка. То есть два в одном. Первое действие. Моментальное снятие боли за 5-10 минут. А второе, запускаем процесс противовоспалительный. Запускаем улучшение микроциркуляции. Мы запускаем восстановление ваших хрящей. И вот этим наша растирка очень хорошо отличается от остальных аналогов, которые могут быть просто обезболивают. Вот вопрос касаемо всех дачников. Они недавно возвращаются в города. Вообще те, кого мучает радикулит, очень много звонков связанных с этим. Угу. Те люди, которые боятся разогнуться, согнуться. Поможет ли в нашей муравьиной растирке? Вот покупательница тоже звонила, что она начала мазать именно спину. Помогло. Это действительно так? Действительно так. Дело в том, что когда у нас болит спина, что там происходит? Происходит защемление межпозвоночных нервов. Что это такое? У нас очень часто так происходит, что вот особенно поясничный отдел позвоночника. У нас здесь появляются такие межпозвоночные протрузии или грыжи, которые перекрывают там кровоток. Вот посмотрите, это позвоночные, это межпозвоночные диски, а вот это красненькое, это вылезла здесь грыжа. А вот здесь же у нас, видите, выходит межпозвоночный нерв, и эта грыжа давит на этот нерв, и здесь возникает воспаление, здесь возникает боль. Поэтому именно здесь вы не можете ни согнуться, ни разогнуться в поясничном отделе позвоночника. А точно поможет растирка? Мы должны растереть вот эту область, 2 сантиметра от позвоночника вправо и влево, чтобы вот здесь работала наша растирка, здесь снимала боль, снимала воспаление. И в этом случае у вас, ну, позвоночник снова будет крутиться, как будто он так, на таких шарнирах. И опять же, первое, что у вас здесь проходит, боль, друзья мои. Второе, что здесь происходит, у вас начинается процесс восстановления вашего позвоночника. Доктор, ну я вот понимаю, когда что-то болит, я пью таблетки. Да. Обезболивающие, еще какие-то. Да. Трачу на это приличное количество денег. Но я понимаю, как работают таблетки. Я знаю, на что они направлены. Да, да, конечно, они губят что-то в организме, потому что противопоказания две страницы, как правило. Да. Да? Одну лечим, другую калечим. Да. Но я понимаю, что они действует изнутри. Но растирка-то она действует снаружи. Ну, подумаешь, намазал на кожу. Как она внутрь-то попадет? Дело в том, что здесь, помимо муравьиной кислоты, еще находятся специально такие проводники. Эфир ванили, живичный скипидар, глицерин, которые забирают с поверхности кожи вот эту муравьиную кислоту и помогают ей проникать внутрь наших тканей. В этом случае как раз и запускается процесс восстановления. Но я вам еще раз говорю, вы можете приобрести себе обезболивающие таблетки. Там будет стоить где-то 500-600 рублей одна пачка на 10 штук, при которых, вы как правильно сказали, там противопоказания целая куча. Либо муравьиная растирка 2 в одном. Первое – обезболивание, второе – запуск процесса восстановления. То есть сейчас вот вы приобрели, завтра, послезавтра вам ее привезут, вы натерли свои суставы, и первый раз, может быть, за многие-многие годы вы заснете без боли. Вы представляете? И при этом это вот будет это безопасно чудо для всего Абсолютно организма. Абсолютно безопасно. Безопасно. 200 остается комплектов на всю Россию. В комплекте сразу 3 муравьиных растирки, безопасные для вашего организма. А вы получаете каждую баночку курсом на 1 месяц. То есть всего на 3 месяца у вас уже будет курс. Звонок бесплатный, телефон многоканальный, никаких рисков. Если вы сегодня в течение дня из всех рубрик, еще у нас до 12 ночи можно будет что-то заказывать, закажете на 4999 на такую сумму, то получите бесплатную доставку в любой регион России. Звоните. Более того, от доктора Арсенина вы сегодня получите подарок всем тем, кто сейчас делает свой заказ. Мы даем вам возможность поучаствовать в розыгрыше вот такой корзины с полезными экстрактами от доктора Арсенина. Кандидат медицинских наук сегодня представляет нам отличный вариант для первого знакомства с нашим телеканалом. Но вы знаете, какая большая популярность у следующего товара
пищевой концентрат вазоактив НИИН. Вы знаете, за предыдущий эфир у нас было распродано практически все. Вот, вы знаете, мы звонили... Я не ожидал даже, да, на самом очень деле, что будет такое. Потому что, друзья мои, вазоактив НИИН – это капсулы с пищевыми, скажем там, это не лекарство, которое имеет огромное количество противопоказаний. Это не БАД, который стоит там 3-4-5 тысяч рублей. Но здесь мы в капсулу поместили вещества, которые что делают? Улучшают мозговое кровообращение, улучшают память, улучшают общую работоспособность, улучшают настроение, улучшают сон. То есть вы впервые через неделю после приема вазоактива начнете нормально спать. Улучшает память и внимание. Сейчас все студенты пошли учиться, начинаются всякие экзамены, подготовки. Пожалуйста, студентам можно применять для улучшения памяти, запоминания. Ну и, конечно же, это отсутствие головных болей. То есть если у вас болит постоянно голова, вам уже устали. Стали вы пить таблетки от головной боли, пожалуйста, вазоактив. Это как восстановление после инфарктов или инсультов. Если нужно улучшить мозговой кровоток, вот это, ну или предупредить, не дай бог, у вас часто повышается давление, часто болит голова. Ведь если при повышенном давлении болит голова, значит обязательно в голове рванет, значит будет инсульт. Вот это все вазоактив, который и профилактика, и помощь при таких проблемах. Сегодня еще с экономией максимальной. Вы получаете пищевой концентрат вазоактив. Здесь две штуки, каждая по 60 капсул. Полноценный курс на 2 месяца. 1199 рублей цена, то есть стоимость одной баночки 599 рублей. Это звоните. На месяц. А вот как понять, что у меня плохое кровообращение? Вот какие симптомы может быть? Дело в том, что если, например, у вас мерзнут руки или ноги, раз, значит, у вас плохое кровообращение, потому что дистально, то есть на расстоянии, на дистанции начинается ухудшаться. Если у вас, например, в автобусе всем жарко, а вы мерзнете постоянно, если вы боитесь сквозняков, если вы постоянно кутаетесь в эти самые шубы какие-то, платки, носите валенки себе, значит, у вас нарушено кровообращение. Но руки-то вы чувствуете, что у вас холодеют, а когда нарушается в голове, вы этого не чувствуете. Доктор, ну а подумаешь, ну ничего, мерзнешь и мерзнешь. Зачем мне что-то лечить, зачем мне что-то пить? Дело в том, например, если ухудшается кровообращение у вас в головном мозге, что при этом происходит? Сначала у вас просто головные боли, вы обезболиваете свою голову. Но что такое головная боль? Это ишемия мозга. Это значит, часть клеточек у вашего головного мозга отмирает. Вы теряете память, вы теряете сон. У вас начинаются какие-то проявления, что парезы, либо параличи. У вас начинается изменение настроения, вам все скажут, что такое с тобой творится, почему ты то ты смеешься, то плачешь, не попад. Но вот эти дыры, это погибшие клетки. А вы знаете, есть пословица, нервные клетки не восстанавливаются. И вот это уже невозможно восстановить. А что делает вазоактив? Делает вазоактив? Вазоактив делает так, что если ваши клетки начинают испытывать ишемию, он улучшает микроциркуляцию, он улучшает кровоток и не дает этим клеткам погибнуть. Ведь клетки, они не сразу умирают, потому что если умирают клетки, что при этом происходит? Сразу инсульт. Но это происходит постепенно. И в этом случае активно действующие вещества, абсолютно натуральные вазоактива, помогают нашему мозгу справиться с ишемией. За счет чего? Улучшение капиллярного кровотока в головном мозге. А, доктор, но дело в том, что вот у нас в предыдущем эфире очень много было звонков, связанных с плохой памятью. Говорят, да, что выходит, что-то забывает. Это первое, что да, у нас теряется. То есть, понимаем, вазоактив. Да, если вы, например, вот сегодня вышли на улицу, встретили свою соседку и не можете вспомнить, как ее зовут. Либо, как ученые, неврологи доказали, что если в течение 3 минут вы смотрите фильм, какой-то актер знакомый крутится на голове, как его фамилия, не можете вспомнить в течение 3 минут. Значит, у вас уже начинаются проблемы с памятью, которые в дальнейшем могут привести к старческой деменции. Что это такое? Вы выходите на улицу, дошли до магазина, а обратно не можете найти дорогу. И вас ищут ваши родственники. Вас забирают, а скорой помощи везут в больницу, дом престарелых, и не понимают, куда вас везти, потому что вы забыли. Даже в таких серьезных случаях может помочь вам. Да, как профилактика вот этих случаев, чтобы не было у вас развития болезни.
болезнь Альцгеймера. Знаете болезнь Альцгеймера? Когда человек не понимает, что он делает. Когда он полностью перестает ощущать себя, ориентироваться в пространстве, во времени. Когда он думает, что рядом с ним находятся люди, которые давно там умерли. Вот так постепенно начинается потеря памяти. В Азахтив здесь у нас находится Гинка Белоба, который запускает вот эти нервные связи. И вот это... Что такое память? Это связь между нашими нейронами. И вот Гинка Белоба, которая здесь находится, она восстанавливает вот эти нервные связи. Здесь находятся аминокислоты, например, глицин. Знаете, где глицин в максимальной концентрации? В головном мозге. И вот здесь у нас находится вот этот глицин, максимальная концентрация, аминокислота, которая запускает процесс восстановления памяти. Ну, а у нас в прямом эфире Анастасия Викторовна из города Екатеринбург мне подсказывают. Здравствуйте, Анастасия Викторовна. А, это же наш победитель! А, вы получила подарок. Да, вы получили подарок, как наша покупательница. Вы выполнили условия, сделали заказ, приняли участие в розыгрыше. И потрясающая корзина. А, вы слышите меня, алло? Да, да, да. Да, вот эта корзина становится вашей. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Скажите, вы долго с нашим телеканалом? Ну да, давно уже с телеканалом. Очень часто делаю заказы на вашем канале. А вы что заказали, если не секрет? Сегодня? Да. Сегодня муравьиную растирку заказала. Что болит? Спина после вторых родов. Правильно, правильно. После родов болит спина? После вторых уже. Вот бывает так очень часто, потому что вот как раз при вот такой нагрузке, когда женщина беременная, лишний у нее вес, вся нагрузка, конечно, идет на поясницу. Мы вас поздравляем. Растирайте абсолютно натуральный продукт, который можно применять. Ну, а мы продолжаем. Да. Через несколько минут у нас будет еще розыгрыш, еще 3 подарка мы сегодня не разыграли. Для того, чтобы получить подарок, нужно просто делать заказ. Тем самым вы вступаете в розыгрыш тех, кто принимает участие в розыгрыше подарков. 1199 рублей сразу за полноценный курс на два месяца. Звоните, заказывайте прямо сейчас. Но у нас опять звонок в прямой эфир. Без... Давайте, конечно. Да, здравствуйте. Здесь у нас прежде всего. Передали. Постеснялись выйти в прямой эфир. Да. Спрашивают, сахарный диабет, не имеют ноги. Поможет ли ваза актив? Конечно. Почему вот при сахарном диабете не имеют ноги? Потому что вот эти мелкие капилляры, которые находятся у нас на ногах, они засахариваются и не пропускают клетки кислород и полезные вещества. В результате возникает очень сложное, грозное осложнение – диабетическая стопа, когда на стопе возникают всевозможные ранки. Сначала трещинка может быть на пятке, а потом на стопе возникает язва. И эту язву ничем не остановишь. Она продолжает двигаться, развиваться, и дальше все это приводит к ампутации. Почему такое происходит? Дело в том, что у нас кровь как бы застаивается в наших капиллярах. Вот она остановилась, потому что самый мощный кровоток у нас в новорожденных детей. В 10 лет он уже снижается на 3%. В 60 лет у относительно здорового человека он снижается в 2 раза. А если, не дай бог, сахарный диабет, то там вообще ужас, что ноги приходится ампутировать. Что делает ваза Актив. Он запускает кровоток за счет дегидрокварцетина, за счет альфа-липоевой кислоты, за счет глютамина, аспарагина, тирозина, триптофана. То есть это все натуральные аминокислоты, которые получаются натуральным образом. Ваш кровоток начинает бурлить. То есть вы чувствуете, как у вас теплеют ноги. Раз. Появляется чувствительность. Два. Когда у вас начинаются такие уже как бы проявления, что вы чувствуете себя очень-очень хорошо. И вы понимаете, что вы становитесь нормальным человеком. И это не только при сахарном диабете. При сахарном диабете я вам еще посоветую взять Диабинорм. Есть такой у нас компонент, такие капсулы. Давайте мы их покажем, прям буквально на секундочку. Потому что они, вот при сахарном диабете вообще положен такой комплекс, я вам скажу. Покажите, пожалуйста, нам. Так, на столе вот у нас есть ваза актив, который борется именно с осложнением, например, диабетической стопа. Либо вы теряете зрение при сахарном диабете. Но вот этот диабинорм, он делает так, чтобы этих осложнений не было. И вместе это как два таких мощных солдата, которые стоят на страже вашего здоровья. Чтобы, не дай бог, у вас не было вот этих самых осложнений. Доктор, вы говорите, что это лучше принимать вместе. Но есть же, опять же, те же самые диабетики, которые уже принимают инсулин. Может быть, пьют какие-то лекарства. Помимо этого, у кого-то давление повышено. Еще раз. Можно ли с обычными таблетками? Можно и нужно.
Это не лекарство, которое имеет какие-то осложнения. То есть оно не будет вступать в конфликт ни с чем другим. Абсолютно. Это концентрированные полезные пищевые продукты. Вы не можете, например, есть много-много брокколи. В брокколи находится вещество триптофан, которое запускает наше собственное выделение инсулина. Вы не можете брокколи есть в день там 3-4 килограмма. А здесь в наших капсулах как раз 3-4 килограмма брокколи, которые вам полезны. Понимаете как? То есть мы взяли из наших продуктов самую полезную вытяжку, поместили. А кроме брокколи что, ничего нет? Есть, почему? Есть 50 натуральных компонентов. Я просто, если буду про все 50 говорить, у нас не хватит эфирного времени. А как это работает? Что происходит? Улучшение микроциркуляции. То есть запускается микроциркуляция. Она запускается в головном мозге. У вас улучшается память. Вы понимаете, что вам не надо больше ничего записывать. У вас все хорошо. У вас улучшается сон. Если раньше вы страдали от бессонницы, ишемии головного мозга, бессонница, вы понимаете, что у вас, вы спите как убитый, как младенец. Через 2 недели после начало приема у вас актива. И если у вас метеочувствительность была, вы понимаете, что какая погода сейчас не случилась, всякая погода для вас теперь благодать. Берите комплексом, и тогда вы еще и на доставке сэкономите при покупке на 4999. Ну, а у нас же есть еще и гости. Лариса. Почему я позвал сегодня Ларису? Дело в том, что мы каждый раз, когда создаем какие-то комплексы, мы приглашаем волонтеров. И вот эти самые волонтеры, они что делают? Тестируют. Мы даем бесплатно. Абсолютно бесплатно вот эти наши компоненты, капсулы, и они принимают в течение 2-3 месяцев. И мы ведем такой дневник. Лариса одна из этих волонтеров. Лариса, вот расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, с чем вы пришли, свою историю, что вас беспокоило? Да, у меня очень печальная история. 10 лет назад у меня начались головные боли. Потом головокружение, сон пропал. И тут начались проблемы с памятью. То кошелек забуду, то телефон, а потом имена стала забывать хороших знакомых. Однажды, страшно вспомнить, я выхожу из автобуса и не знаю, куда идти. Полностью в голове как стерлась. На следующий день я сразу пошла к доктору. Она назначила мне обследование, анализы различные. Холестерин завышен, ишемия сердца, ишемия головного мозга. И она сказала, что я нахожусь в зоне риска. Инсульт, инфаркт. Назначили мне лечение, я принимала эти таблетки, но улучшения не было. Потом знакомые через знакомых, я узнала о докторе, и вот попала на мое счастье. И вы знаете, прекратились головные боли, прошло головокружение. Вот вы принимали именно вазоактив, да? Я принимала именно это капсулы. Угу. Принимала я их 2 раза в день. Так. Утром одну капсулу, вторую вечером. И за полчаса времени? До еды. Угу. Времени это уже около 2 месяцев. Может, угу, чуть больше, наверное, угу, вот так захватила я. Угу. И вы знаете, я чувствую, через 1.5 недели где-то, ближе к 2 угу, было, чувствую я себя сейчас прекрасно просто. Что у вас тут произошло? Какие изменения? Прямо пишите, чтобы наши зрители понимали. У меня прошли головные боли. Раз. Головокружение. 2. Нарушение сна было, так, сон нормализовался, так, и у меня были еще состояния очень нехорошие. Какие? Такие тяжелые, депрессивные, я бы так сказала. Прошла депрессия? Прошла депрессия. То есть вам сейчас хочется жить? Да. Ну вот хорошо, как наша героиня, она с этим боролась. А если не трогать ничего? Все страшно думают, что само пройдет. Вот вы знаете как, но не пройдет, потому что, к сожалению, с каждым годом мы стареем. Капиллярный кровоток, как я говорил, он самый мощный только у новорожденных детей, потом с каждым годом он уменьшается, и это основная причина старения. Мы все это, друзья мои, с вами, ну, никого не минует чаша сия. Только один человек уже в 60-70 лет будет иметь болезнь Альцгеймера, когда он не будет понимать, что происходит. Он будет просто инвалидом из-за потери, полной потери памяти. А другой человек доживет до 90 лет и будет, знаете, как ум есть ясный, в 90 лет приходит пациент, лучше меня считают, лучше меня все соображают. Это второй тип. Вот выбирайте сами, друзья мои, как вы хотите дальше жить, дальше вспоминать, не помнить и потерять память, либо начать
чувствовать себя нормальным, адекватным человеком. Это новинка, которая появилась только сегодня и уже пользуется огромнейшей популярностью. У нас последние 200 комплектов. В комплекте вы получаете сразу два вот таких флакончика, в каждом 60 капсул. А полноценный курс флакончик на 2 месяца. Да, два флакона, 2 месяца применения. Да, помимо этого вы можете добавить диабинорм, и их можно принимать вместе. Если у вас есть сахарный диабет, раз. Если у вас вы уже лечитесь от сахарного диабета, два. Либо если у вас есть предрасположенность к нему, потому что сахарный диабет передается по наследству. Либо вот как у нас лишний с Олесей, лишний вес, и мы в зоне риска. Не поскупитесь на себя, не пожалейте, потому что вы еще подарок можете выбрать. Да, выиграть. Сегодня у нас кандидат медицинских наук, директор Института натуротерапии, доктор Арсенин. И вот Анастасия Викторовна буквально, вот, может быть, 3 минутки назад забрала свою такую корзину подарков. Через 20 минут кто-то еще заберет свой подарок. Для этого нужно просто позвонить и, конечно же, приобрести что-то из нашего прямого эфира. А вот доктор подарит подарок. Может, вы выиграете. Совершенно. Звонок в прямой эфир есть. Алло. Давайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Борисовна, я из Костромы. Так. А я хочу с отзывом к вам обратиться. Так. Знаете, у нас у бабушки очень сильный склероз начался. Она не очень старая женщина, все-таки 75 лет. Она стала забывать имена внуков, путать имена своих детей. То забудет, на кухню шла, зачем шла. То стоит перед холодильником, думает. И мы купили ей препарат. Вот этот ваш. Это просто, вы не представляете. Вот прошло сейчас на сегодняшний момент 2 месяца. Так. Бабушку нашу как подменили. И все помнит, и звонит, и имена подруг, и все, как будто бабушка новенькая у нас. Вам очень благодарна, и сегодня я буду обязательно еще покупать. Спасибо вам. Спасибо. А скажите, сколько еще у вас бабушке лет-то? 75. Доктор, а есть ограничения какие-то? Спасибо вам огромное. Есть ограничения по возрасту? Абсолютно никаких. А сопутствующие заболевания? Абсолютно никаких, потому что это не лекарство. Оно не имеет противопоказаний. Оно не имеет каких-то ограничений. Вы можете смело это все применять, потому что здесь вытяжка полезных пищевых продуктов, которым вы обязаны питаться. Если как вы хотите, правильно применять? Применяйте по одной капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Почему 30 минут? Потому что все вещества должны впитаться максимально. Если примете после еды или во время еды, они смешаются с пищей, выведутся наружу. А если вот уже вот такая запущенная стадия, когда человек все совсем плохо помнит, какой должен быть курс? Вот 2 месяца у нас здесь 1199. Да, 2 месяца применяете, да. Потом месяц, если прям совсем плохо, перерыв, и еще 2 месяца. Но то есть когда плохая стадия, лучше 2 сразу набор. Совершенно верно. Да? Но самое главное, что уже через 1,5-2, максимум 3 недели вы чувствуете, у вас начинает. У меня, знаете, как тоже мама, вот как она всегда забывала. Ой, Саша, ой, это самый Петя, Леша, да ё-моё, забыла, как тебя зовут, там это самое Митя. Вот понимаете как, если у вас это есть, это мы говорим про голову, да, но у нас капилляры еще находятся в сердце. И если у вас возникает одышка, если у вас возникает аритмия, если вы чувствуете боль за грудиной, значит, что происходит? Происходит ишемия клеток сердца. Значит, так закрылись ваши сосуды, что они не пропускают вот это, не пропускают питательные вещества к вашему сердцу, сердце испытывает ишемию. Что при этом возникает? Аритмия, сердце бьется сильнее, не может сердце, наш насос, прокачать вот эту самую кровь. Не может. Что при этом происходит? Что? Инфаркт. Либо кардиосклероз, сердечная недостаточность. Вот это есть. Как это все происходит? Посмотрите, так. Вот это у меня насос, это сердце, да? Вот оно качает вашу кровь. Вот эту кровь, которая должно протолкнуть, да? И вот если сердце еле-еле работает, оно пытается что-то накачать, пытается, но не может. Ну а кровь-то нам нужна, и оно начинает что делать? Быстрее биться, у вас возникает тахикардия или аритмия, оно бьется не по фат, еще никак. И почему? Потому что вот так трепещет все, потому что не хватает питания самому сердцу. Но если мы подсоединим нормальный кровоток, если вы пропьете вот этот вазоактив наш, что при этом произойдет? Сердце, как хороший насос, начнет качать. И вы посмотрите, как шарик надувается, и он будет у вас надуваться, и кровь пойдет по вашим сосудам.
сердце начнет работать по-другому. Доктор, ну вот у меня повышенное давление. А ничего страшного, что сердце вот будет активно работать? Нет, потому что мы не усиливаем работу сердца. Мы усиливаем его питание. Понимаете как? Мы не заставляем сердце работать. Понимаете, рабочий сидит на стройке, да, ему так плохо, а мы еще стягаем химическим препаратом сердца. Работай лучше. А мы взяли этого рабочего, посадили за стол, сказали: на, дорогой, поешь, попей, ведь если ты будешь сытый, и у тебя будет все хорошо, ты дальше работать будешь лучше. Вот так мы поступаем и с сердцем. То есть мы помогаем ему восстановиться, чтобы не было у вас инфарктов, инсультов. Ведь заболевания сердечно-сосудистой системы на первом месте по смертности. И противопоказаний нет, кроме индивидуальной непотребности. Совершенно, если главное, чтобы не было аллергии, вот на бронх или еще на что-то, на эти вещества. Да. А осталось лишь 190 комплектов. Звоните, бронируйте, выписывайте, пока есть наличие. Диабинорм уже тоже вы добавляете в свою виртуальную корзину? Да, вот как я рассказал про Диабинорм, огромное количество звонков. Что это такое? Мы в наш Диабинорм добавили целых 3 мощнейших комплекса, опять же, абсолютно натуральных. Первый комплекс, который помогает вам избавиться, чтобы не запустился вот этот сахарный диабет. Если у вас есть предрасположенность, если у вас лишний вес, если мама, папа страдали сахарным диабетом, то есть снижает гликемический индекс продуктов, не дают им всасываться. Второе, что он защищает нас от осложнений. Что такое осложнение? Осложнение – это когда засахариваются ваши сосуды, клетки, и при этом возникает их ишемия. То есть нехватка питания ваших клеток. Вот давайте я вам сейчас покажу. Очень внимательно посмотрите. У меня 2 банки с вареньем. Там и там сахар. Но здесь варенье такое жидкое. Вот это нормальный уровень глюкозы в крови. Когда вроде бы здесь и сахар есть, но кровь перетекает хорошо. А вот здесь, посмотрите, какое засахаренное варенье. То есть вот здесь ваша кровь уже во что? Она уже не течет. Она уже падает, видите, вот такими плюшками. И вот здесь... Это высокий уровень сахара в крови. Как кровь может подходить к вашему сердцу, к вашим сосудам, к вашим глазам? У вас, конечно, будет слепота от сахарного диабета, диабетическая ретинопатия. Конечно, не подойдет кровь до ваших ног, и у вас будет диабетическая стопа с язвами, которые вообще никак нельзя заживить. Либо к почкам не подходит, и у вас почечной недостаточности. Вам надо аппарат искусственной почки каждый день, чтобы скорая помощь вас его возила. Так помогает вот этот препарат? Совершенно верно. Благодаря чему? Составу. Мы сделали реально уникальный состав. Первое, что экстракт створок фасоли доказано способствует выработке своего собственного инсулина. Вам даже, может быть, придется снижать дозировку вашего инсулина. Только решает это врач-эндокринолог. Второе, L-глутатион. Он запускает и альфа-липоилевая кислота. Они запускают процесс утилизации глюкозы. Глюкоза, наконец-то, начинает проходить ткани. И ткани получают вот эту живительную энергию, без которой кислород, без которых они просто гибнут. И 50 витаминов и микроэлементов, который специально для создан для больных с сахарным диабетом. Так, а можно с инсулиновыми уколами, со своими нужно, таблетками от других болячек нужно, пить вместе? Нужно обязательно, потому что вот этот наш Диабинорм, он помогает больше усваиваемости, повышает эффективность лекарственных препаратов, потому что если вы будете питаться при сахарном диабете, это всем известно, то даже вас могут убрать с инсулина. Если вы похудеете, у вас уменьшат прием препаратов в 2 раза, это известно эндокринологам. Но как тяжело нам при сахарном диабете худеть, вот этот Диабинорм вам в этом абсолютно поможет. И выгоднее приобретать именно комплектом, ведь у нас гарантия самой низкой цены. Приобретая комплектом, вы экономите. А вот в данном случае пищевой концентрат ВАЗа-Актив, остается его совсем немного. Для чего он нужен? Почему такая большая популярность? Потому что у нас с возрастом абсолютно у всех людей, вот я стою, на лесе стоит, у нас снижается кровоток. Снижается в головном мозге, мы получаем ишемию головного мозга. У нас теряется память, у нас нарушается сон, у нас постоянные головные боли, пошатывание. Это может к чему привести? К развитию болезни Альцгеймера, к старческому слабоумию. Вы студент, либо у вас внуки, дети, школьники, студенты. Вот им нужно большой объем памяти, большой поток знаний. Пожалуйста, это нужно иметь хороший кровоток. Даже студентам можно? Конечно, даже нужно. При экзаменах я всем рекомендую, у вас экзамен на СУ, применяйте, только курсово. Но если у вас, не дай бог, уже были инсульты или инфаркты, в этом случае это просто вам жизненно необходимо. А как понять, что плохое кровообращение? Очень просто. Первое, что вы чувствуете,
чувствую, тебе мерзнут руки или ноги. Вот прям мерзнут. Многие мои пациенты грелки кладут на себя под одеяло. А я в сплю. Вот, пожалуйста, это первый признак нарушения микроциркуляции. Либо, например, у вас в автобусе всем жарко, а вам холодно, вы закрываете окна, все от жары умирают, а вы еще и кутаетесь в кофту. Либо у вас постоянная простуда. Закройте окно, у меня продует, у меня сейчас это будет, то есть сниженный иммунитет. Это тоже признак нарушения микроциркуляции. Вот, доктор, вот я всегда на авось, а ну как-нибудь само рассосется. Вот к чему приведет, не если не трогать? Ну просто оставить как есть. Ну не рассосется, потому что я скажу, с возрастом это снижается. И если у вас начинают мерзнуть руки и ноги, а вам всего лишь там 40-50, там 60 лет, значит уже критическое снижение микроциркуляции. Руки-то вы понимаете, что мерзнут. Но если это уменьшает свою микроциркуляцию в голове, вы теряете память. Вы просто начинаете все забывать. Причем особенно вы теряете память. Вы, друзья мои, ее теряете. Долговременная память у вас сохраняется, а то, что было у вас вчера, вы это все забываете. И вот это наш головной мозг. Вот так он работает. Потому что там каждую секунду происходят миллиарды реакций. Синаптическая связь, импульсы идут из головного мозга, из одной половины в другую половину. И вот посмотрите, головной мозг, вот он у вас горит, да? То есть там идут всякие всевозможные процессы. Но потом постепенно эти процессы замедляются. Вы начинаете терять память, у вас становится меньше вот эта активность мозговая. И в один прекрасный момент она останавливается. И вот это называется старческое слабоумие. Когда вы не понимаете, где вы находитесь, куда идти, какой сегодня день недели, какой год. Вам вы зовете, или ваши родные зовут людей, которые давно уже умерли. Надо запустить снова эти процессы, чтобы они пошли в головном мозге, чтобы пошла вот эта связь. И вот этот наш вазоактив, он помогает с помощью правильного питания мозговой ткани запустить процессы. Почему? Потому что он, помимо улучшения микроциркуляции, содержит вещества, которые способствуют питанию нашего головного мозга, помогают ему запустить, активизироваться. Гинка биоба лучше на данный момент. Например, вещество, которое улучшает питание. Дигидрокверцетин. Экстракт сибирской лисицы. В Америке препарат лекарственный с ним создали, с дигидрокверцетином. А у нас из нашей Сибири, из лиственницы везут дигидрокверцетин. А у нас входит наш вазоактив. Что делает дигидрокверцетин? Вот эту застоявшуюся кровь он начинает постепенно разгонять. В головном мозге улучшается память. В сердце проходит одышка. В почках у вас улучшаются показатели биохимии. В ваших руках и ногах у вас проходит вот это онемение рук, мерзнуть. У вас улучшается микроциркуляция в глазах. Особенно у тех, у диабетиков, у которых резко снижается зрение. И вы начинаете видеть ясным взором. Звонок у нас бесплатный. Очередной звонок. 18 часов 51 минута. В Москве к нам дозвонился, достучался. Здравствуйте, алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Видела ваши эфиры, я так хотела корзиночку от Сергея. Корзиночку, подарочек ваш хотят. Да, подарочек очень хотел получить. А скажите, пожалуйста, вот у меня, правда, очень сильно мерзнут ноги. То есть я даже сплю, даже летом в носках чесны. Скажите, пожалуйста, мне вот поможет? И через сколько вот мне станет уже тепло? Потому что холодный сезон подступает, а я прямо беспокоюсь, если честно. А сколько вам лет? Ну, мне немного лет, мне 26. 26 лет. Есть, уже холодно. Ну вот, вот понимаете, как у вас, значит, такая вот недостаточность кровоснабжения именно в ваших ногах. Может быть наследственно. А у нас зеленица еще здесь, нет? Алло. Все уже, видимо, оценилось. Вот это бывает очень часто, если у мам, у пап, бабушек, дедушек были проблемы с кровообращением, если были инсульты, были инфаркты, ишемическая болезнь сердца, если это все было, либо, не дай бог, сахарный диабет был, то у вас может быть это все по наследству. Доктор, конечно, а вот только применяйте. На запущенных стадиях или да на начальных почему? Тоже вот, пожалуйста, можно? Наши телезрительницы, можно вот этот вазоактив рекомендовать, и я думаю, что уже через 1,5-2 недели, потому что возраст молодой, у нее уже перестанут мерзнуть ноги. А в качестве профилактики, вот вы говорите, если есть наследственность вот такая не очень хорошая, да? Конечно, конечно, если вы теряете память, вот я сейчас вам рассказываю, здесь 50 компонентов, я сейчас возьму, вот видите как, вот этот вазоактив, давайте я возьму прямо его, я выпью, потому что это абсолютно безопасно, вы будете пить сами? Я выпью. Угощаете? Даже, да, две штуки.
Две штуки я прям возьму себе, потому что я такую двойную дозу, можно пить двойную дозу при таких срочных случаях. Это я... безопасно, не будет никакой интоксикации, плохо не станет? Абсолютно. Это концентрированный пищевой продукт. Может у вас быть концентрация, если вы съедите большой кусок стейка. Не может быть никакого у вас... А здесь передозировка может быть? Нет. Ну, со стейком вы съедите много жира, который отложится в холестерин. Но в стейке-то есть аминокислоты, которые нужны нам для головы. Здесь мы убрали... Можете я сейчас выпью, а вы пока поговорите? Да, ладно? Хорошо. Я так понимаю, что это абсолютно безопасно, подходит на любой стадии для того, чтобы улучшить кровообращение, улучшить работу сердца, памяти, мозга. Правильно. Вообще вот улучшить свое состояние. Можно даже студентам, да, и школьникам. Студентам. Ну, школьникам лучше там, конечно, питание, правильно, что было, студентам перед экзаменами, раз. То есть, второе, что если у вас нарушается память, два, особенно краткая память, которую вы не помните то, что было вчера, позавчера, это два. Если у вас плохой сон, три, через неделю вы будете спать как убитый, потому что просто ваша голова насытится полезными веществами, там улучшится микроциркуляция. А кому-то досталась корзиночка от вас! Подарок! Целая корзина с института натуротерапии Валентине Гавриловне достается. На связи. Отлично. Здравствуйте, Валентина Гавриловна. Здравствуйте, здравствуйте. Я так понимаю, вас можно поздравить. Я очень рада. И мы тоже очень рады. Скажите, что вы приобрели? Я приобрела ваш актив, два комплекта. Правильно. На полноценный курс. Угу. Еще там бальзамы девочки мне предложили. Угу. И шторы какие-то предложили. Ну вы такой активный покупатель, правильно? Да. Наверное, бесплатную доставку заодно получили, да? Наверное, для этого. Бесплатную доставку. Да, и подарок вам достается совершенно бесплатно. У нас сегодня... Я с вами уже давно работаю. Ну, вам нравится? Есть нарекания какие-то? Я много чего заказываю, все прекрасно. Спасибо. Особенно по здоровью. Все изумительно. Вы... Спасибо. Сами не болейте. Спасибо. Какая вы прелестная. Если не сказать, сколько вам лет, у вас такой голос прям, уже все. Спасибо вам огромное за отзывы. Продолжается розыгрыш подарков. То есть мы периодически дарим подарки. И что для этого нужно? Просто сделать какой-то заказ на нашем телеканале. У нас прямой эфир. Вот здесь вот телефон, бесплатный телефон с любого региона России. И все. Делайте заказ, и вы становитесь участником розыгрыша. И кто-то один заберет. Ну, прекрасный бонус, совершенно бесплатно. Доставка есть в любом регион России, никаких рисков нет. Вот никаких предоплат не нужно вносить. Вот когда вы дома у себя на почте... Еще есть, конечно, на почте или курьера, в зависимости от региона, получаете все, вы только тогда отдадите свои деньги. Хотите, возьмите в рассрочку, всего лишь треть цены отдаете сейчас, все остальное в течение 3 месяцев. Угу. Вот за счет чего такой хороший эффект? Вот посмотрите, это, конечно же, состав. Вот смотрите, аспараген, аминокислота абсолютно натуральная, которая получается из мяса. Нет у вас большого возможности есть много-много мяса. Но она балансирует процесс возбуждения и торможения. Что это такое? Процесс засыпания и дальше просыпания. То есть вы с нашего Зоактивом, я вам говорю, что через неделю будете спать, как младенец убитый. Глютамин – это аминокислота, которая нормализует синаптическую связь, которая очень важна. И посмотрите, женьшень, эльтрококс, зверобой, куркума. Посмотрите, стимуляция активности центральной нервной системы. То есть, если у вас антидепрессант, зверобой, плохая депрессия, плохое настроение, у вас улучшается настроение, у вас повышается работоспособность, у вас нормализуется память, сон, вы просыпаетесь утром, вы как будто на Сочи отдыхали месяц, и вот вы проснулись полностью отдохнувшие. Вам хочется что-то делать, ходить, помогать детям, внукам, и уже ваши дети вам не говорят: мам, ну иди сходи, что ты сидишь дома, тебе надо двигаться. Вы сами берете внуков и бежите с ними гулять, потому что у вас улучшилось просто-напросто дыхание каждой клеточки головного мозга. Но очень много звонков, связанных с инфарктами, с инсультами, спрашивают, можно ли тоже предотвратить. Проблема. Тоже проблема, потому что если нарушается питание наших капилляров сердца, сердце не только качает кровь по всему организму, оно должно еще питаться само. И вот если там возникают бляшки, если там перекрывается кровоток, атеросклеротические бляшки, то в этом случае что происходит? Происходит, друзья, у нас за отстановка кровотечения, на кровотока по нашему сердцу. И в этом случае что происходит? Некоторые участки сердца умирают, и это называется инфаркт.
И вот этот самый инфаркт, если уже повредились клетки сердца, никогда они прежними не станут. И в этом случае что происходит? Ваше сердце уже не такой мощный насос. Оно еле-еле качает. Тут я должен накачать шарик, а насос слабенький. Я смогу накачать шарик, протолкнуть вот эту кровь? Конечно же, не смогу. Но если вы будете его питать сердце, у вас нет инфарктов, либо вы будете улучшать питание остальных остаточных клеток, то в этом случае что произойдет? Вы начнете быстро качать ваше сердце, как мощный натур, как у спортсмена, и вот оно, ваше кровотечение, вашего кровотока, он улучшится, и в этом случае у вас все будет хорошо. Пройдет одышка, улучшится микроциркуляция, пройдут отеки на ногах, перестанет сердце с перебоями работать. И это все не от лекарств, которые можно передозировать, получить побочное наслаждение. Это от наших капсул, которые мы поместили, просто натуральные компоненты. А если мы сделали правильное питание. Если повышенное давление, если, не знаю, там, миома матки, головные боли, суставы болят, можно применять? Это правильное питание, это не лекарство, это не БАДы. Можно, можно и нужно. То есть неважно, какое заболевание, мы в любом случае можем применять. Совершенно верно. И это все вазоактив. Если у вас все-таки уже и была какая-то проблема с сердцем, у нас еще есть кардиоактив. Не знаю, нам покажет его сейчас или нет. Вот, но у нас есть вазоактив, а есть еще кардиоактив, который направлен именно на сердце. Если вазоактив... Конечно, даже нужно брать... Ну, есть... Скажите мне, кардиоактив можно показать или невозможно это сделать? Продюсер спрашивает, не так, знает. Хорошо. Вот, друзья мои, вазоактив улучшает микроциркуляцию, а кардиоактив, что он делает? Он улучшает питание сердца. Поэтому звоните вам на консультанту, спрашивайте, если вы боитесь запутаться, что как применять, как вместе применять отдельно. На каждой коробочке у нас есть телефон горячей линии нашего института натуротерапии, где вы можете позвонить, сказать, я вот приобрела вазоактив, не знаю, как применять. Скажите мне, пожалуйста. Наш телефон, кстати, 8800, абсолютно бесплатно. Наш консультант бесплатно вам все расскажет. Объяснит, да? Объяснит. Наша... А дозировкой поможет? Конечно. Кому-то две достаточно, кому-то нужно три, а кому-то всего одну. И вот вам подберется личный индивидуальный курс, чтобы вы получили сразу максимальный результат. Ну, а сейчас у нас самое выгодное предложение суток, без которого, ну, просто наш час не может обойтись, это дисконт дня. Идеальный вариант для первого приобретения. Если у вас что-то ноет, да, болит. Если вы, бывает, что что-то потянули, то обязательно воспользуйтесь нашим дисконтом дня. Более 1500 продано таких комплектов на нашем телеканале. Причем очень много покупают те, кто когда-то приобрел на нашем телеканале, возвращаются к этой мрастерке вновь и вновь. Вот почему? Потому что муравьиная стирка помогает нам убрать боль и воспаление сустава с позвоночника через 5-7 минут после нанесения. Потому что муравьиная стирка помогает при травмах, растяжениях, каких-то боевых последствиях перелома. Потому что муравьиная стирка помогает вам обезболить ваши стопы при, например, вальгусной деформации, при пальце вашего большого, либо при пяточных или подошных шпорах. И это все обезболивание происходит за 5-7 минут. Но это еще не все, потому что кроме обезболивающего безопасного действия, муравьиная растирка запускает процесс местного регионального кровотока, и ваши суставы начинают восстанавливаться. То есть два в одном. Первое – обезболили, а второе – запустили регенерацию, чтобы вам не пришлось до конца жизни вот этой самой муравьиной растиркой растираться. То есть не просто заблокировали боль, а излечивали? Да, то есть мы начали в процесс регенерации, восстановление наших хрящевых поверхностей. И при этом безопасно, в отличие абсолютно от обычных таблеток. Да, мы этот рецепт подчеркнули в Сибири, когда люди, если у них болят суставы, идут в лес, в тайгу, ложатся муравейник, опускают туда руки, ноги, и у них проходят суставы, не болят, поэтому и там валят лев, лес и все остальное, лесорубы. Так вот здесь не надо вам ехать в тайгу, не надо опускаться муравейник, вам достаточно растереться нашей растиркой, и вы получаете абсолютно такой же результат. Ну а мы продолжаем наш прямой эфир, и по вашим многочисленным просьбам встречайте хит продаж. Ну,
нас завершающий прямой эфир на сегодня. Всего лишь 180 комплектов. А в комплекте вы получаете сразу две штуки на два месяца полноценный курс. Почему такая популярность? Потому что ВАЗа-Актив улучшает, нормализует микроциркуляцию. Наш кровоток. Если у вас сначала мерзнут руки, ноги, потом вы зябкой, вы боитесь, что вас продует, значит, кровоток у вас снижен. Но это вы чувствуете снаружи, а внутри. Как вы чувствуете, что мозговой кровоток у вас снизился? Теряется память. Как вы чувствуете, что у вас нарушена микроциркуляция питания мозга? У вас повышена утомляемость, у вас депрессия, у вас, вы помните, что было там лет 10-15 назад, но при этом абсолютно не помните, что было 2 дня назад. Если вы в течение 3 минут не можете вспомнить, что, как зовут какого-нибудь вашу соседку или известного актера, значит, у вас уже есть вот такие первые признаки деменции, то есть слабоумие. Но если у вас есть, были, не дай бог, инсульты, инфаркты, то вот наш ВАЗа-Актив с помощью своих натуральных компонентов помогает восстановить поврежденные клетки и предупредить заболевания сосудистой и нервной системы, чтобы вы всегда в любом возрасте чувствовали себя превосходно. Доктор, ну как понять, что вот не очень хорошее кровообращение, что пора что-то делать? Я как вам уже сказал, то есть если у вас мерзнут руки и ноги, это сразу. Вот я беру вашу руку, да, вот она у вас горячая. Потому что вы же меня натерли. А, натерли, да, растиркой. Хорошо, ладно, но если вы трогаете руку, она у вас холодная, вам говорят, какие у тебя холодные руки. Либо ноги, вы прям в валенках, в носках даже летом ходите. Либо вы открываете форточку, вы говорите, ой, закрой, закрой, меня продует. То есть снижен иммунитет. Это все снижение микроциркуляции. Чем это опасно? Ладно, это в руках, ногах, грелку можно положить. Но если уменьшается микроциркуляция, например, в головном мозге, возникает тромба, не дай бог, атеросклеротические бляшки и перекрывается критический кровоток. В голове это приводит к инсульту, в сердце к инфаркту, в глазах это приводит к первичной слепоте, в почках к почечной недостаточности, в ногах, например, при сахарном диабете приводит к диабетической стопе, где происходит гангрена. Ну и эта гангрена приводит к тому, что приходится делать ампутации. И вот это все, друзья мои, микроциркуляция. В нашем организме миллиарды клеток, и каждой клетке подходит свой капилляр. То есть миллиарды капилляров. Многие говорят, ну мы состоим на 80% из воды. А где эта вода вся находится, как вы думаете? Не знаю. В капиллярах. Все говорят, крови нет, крови 5 литров. Вода наша в капиллярах. И вот если у вас нарушается капиллярный кровоток, например, в головном мозге, то сначала у вас болит просто голова. Ну а что, это не просто так болит. Значит, какой-то пазл, у вас какие-то клеточки маленькие, не очень много, но они погибли. Дальше у вас теряется, например, там нормальный сон. Еще клетки погибли. Потом у вас теряется память. Потом у вас начинаются двигательные нарушения, параличи, либо парезы. И в результате вы идете на МРТ, а вам врач МРТ говорит, дорогая моя, у вас множественные очаги повреждения коры головного мозга. И вот если они уже появились, это уже, ну вот, трагедия. А вот точно поможет вот этот вот ВАЗа-Актив? Содержит более 50 натуральных компонентов, которые восстанавливают вот эти пазлы, которые восстанавливают наш кровоток, и тогда организм сам начинает восстанавливать себя. А хуже не будет? Нет, потому что это не какое-то химическое лекарство, где его невозможно передозировать. Это не какой-то дорогущий БАД. Это, да, такой концентрированный пищевой продукт. То есть мы взяли полезные пищевые продукты для нашего микроциркуляции. И что при этом происходит? Мы поместили их в капсулу. Почему капсулу? Чтобы не погибали они в нашем желудочно-кишечном тракте. И вот в этом случае запускается процесс микроциркуляции. Например, один из мощнейших компонентов, который находится в ВАЗа-Активе, это дигидрокверцетин, экстракт сибирской лиственницы. Угу. Он используется очень широко. Он во всех возможных таблетках США очень широко применяется. У нас есть в нашем ВАЗа-Активе. Как он действует? Вот эта застоявшаяся кровь, из-за которой происходит ишемия органов в сердце, в почках, в головном мозге, в ногах при сахарном диабете, начинает двигаться, проходит застои, она начинает бурлить, подниматься. И вот если застой проходит, то на место ее вот этой черной, видите, как у нас здесь такой крови, приходит
алая кровь, насыщенная кислородом, питательными веществами, и в этом случае функция поврежденного органа восстанавливается. И если это происходит в наших глазах, мы снова видим, хорошо зрение восстановилось. В головном мозге мы снова хорошо думаем, восстанавливается память, мы хорошо засыпаем. Ноги, например, у диабетиков начинают теплеть, и происходит процесс, начинается процесс заживления, если есть какие-то там травмы или еще что-то, болячки заживают. Сердце, мы избавляемся от одышки, от отеков в ногах, и у нас проходит аритмия. А как принимать правильно? По одной капсуле 2 раза в день. Это для стандартного человека. Здесь курс 2 месяца. Желательно принять 2 месяца. 2 месяца перерыв и еще 2 месяца. Вот этот 4-месячный курс, он на полгода, грубо говоря, с учетом перерыва, он как раз вам даст очень мощный результат. Но первый результат вы, конечно, получаете через 2 недели, когда просто ни с того ни с сего начинаете спать, как младенец. То есть 2 месяца пьем, перерыв 2 месяца, потом еще 2 месяца. То есть полный комплекс, если вы хотите, полноценный, то это вот заказывайте 2 таких набора. В каждом наборе вы получите 120 капсул, соответственно. Совершенно верно. И стоимость 120 капсул, это на 3 месяца, на 2 месяца, прошу прощения, 1199 рублей. А осталось 152 комплекта на всю Россию, на 25 миллионов покупателей. Не забывайте про подарок. Вот такой подарок. У нас еще 2 их кому-то сегодня достанется. Для этого нужно просто сделать заказ. А доктор... даст кому-нибудь вот такую корзину. Но это не доктор дает. Нет, неправильно, Олеся. Это вызывает, конечно, выбирает, конечно, компьютер случайным способом. Все, кто вы... Ну, подарки-то вы принесли. Подарки я даю, но получает его именно компьютер случайным образом среди тех, кто вот заботится о своем здоровье. Вот Галина Егоровна недавно у нас выиграла такую корзину. Да, Валентин Гавриловна до этого вот мне подсказывает. Да, мы уже 8 корзин разыграли. У нас остается сколько еще? Остается 2 корзины. Завершающий прямой эфир на сегодня. А звонки сыпятся, звонки идут. У нас звонок бесплатный, вот на этот телефон. Mm-hmm. Многие спрашивают про сахарный диабет. Mm-hmm. Можно ли при сахарном диабете применять? Нужно. Что такое сахарный диабет? Вот смотрите. Да, это трофическая язва при сахарном диабете. Покажите еще предыдущую картинку, пожалуйста, еще раз. Что при этом произошло? То есть на что-то женщина или мужчина, не знаю, наступил, начинается некроз, и он дальше идет вглубь, вглубь, доходит до костей, кости просто расплавляются, как сахар-рафинад вы кладете в горячий чай, вот так растворяются ваши кости, и тогда только ампутация стопы. А все из-за чего? Не хватает капиллярного кровотока здесь, не хватает насыщения кислородом, гибнут клетки не из-за инфекции, а просто из-за того, что кровь не может к вашим ногам подойти. И вот это при сахарном диабете, потому что при сахарном диабете засахариваются ваши капилляры. Что делает наш вазоактив? Он содержит вазоактивный, вазоактив, так и называется, вещества, аминокислоты натуральные. Здесь нет ни одного химического компонента, которые обеспечивают мощнейшую микроциркуляцию в ваших ногах. И вот это все у вас запускает процесс восстановления при сахарном диабете. Но если у вас есть сахарный диабет, если мы заговорили, то обязательно возьмите с собой еще Диабенорм. Нин тоже наша разработка. Я разрабатывал его для моей мамы. Вот посмотрите, вот он Диабенорм, да? Потому что она 15 лет страдала сахарным диабетом. Я знаю про сахарный диабет, но мне кажется, все, ну, по крайней мере, сколько это возможно, но врачу. И я сюда положил самые лучшие компоненты, мощные, чтобы, не дай бог, у вас не было вот таких страшных осложнений. И приобретая все вместе, вы еще экономите на доставке. Ведь доставки на 4999 рублей вы получаете абсолютно бесплатную доставку в любой регион России. Вот сколько я раз слово «доставка» сказала? Ну, у нас прямой эфир, так тоже бывает. Да, друзья мои. И да. Вот когда вы берете вот этот комплекс, вот посмотрите, вот этот именно набор, что при этом происходит? Вазоактив улучшает микроциркуляцию, то есть защищает вас от таких трофических проявлений. А Диабенорм, что он делает? Он содержит, например, травы, которые запускают выработку своего собственного инсулина. И вы можете даже уменьшить дозировку вашего инсулина, который вы колите. Раз. Он препятствует всасыванию углеводов. Если вы все-таки что-то много-много всего поели сладкого, а нельзя при диабете, да? Вот он просто не дает этому сладкому всасываться. Он убирает висцеральный жир, способствует похудению. Ведь известно эндокринологам,
если пациент снижает лишний вес там, на 15-20 килограмм при сахарном диабете, его снимает инсулин, ему просто он больше не нужен. Доктор, ну вот у меня нет, слава богу, сахарного диабета, но у меня есть лишний жир. Могу я в качестве профилактики, чтобы у меня не наступило принять этот комплекс? Если, не дай бог, еще у вас есть какие-то предрасположенности. Но наш Вазоактив помогает еще при мозговой деятельности, если у вас инсульты есть, если у вас нарушение памяти, головные боли, и мы его у нас в Институте натуротерапии тестировали на наших замечательных пациентов клиники. Кстати, я всех приглашаю. Можете любопытно к нам приходить, обращаться. Мы это все даем бесплатно для тестирования. Только единственное, что вы должны анализы сдавать и нам приходить. И вот у нас в гостях Лариса. Ей 69 лет. Лариса пришла со своей проблемой. Расскажите. Да. Около 10 лет тому назад у меня начались головные боли. Сильные. Потом головокружение. Ночи перестала спать. А потом и проблемы с памятью. Стала забывать то кошелек, то телефон, а потом и имена уже знакомых не вспоминала. О, как, вот а однажды, страшно вспомнить об этом, я выхожу с автобуса и не знаю, куда идти. В голове пустота, как стерлось что-то. И после этого я очень испугалась. Я пошла сразу на следующий день в больницу. Назначили обследование. И оказалось ишемия головного мозга, ишемия сердца и холестерин был сильно повышен. Угу. Назначили лечение, таблетки разные. Они не помогали, улучшения не было. И вот через знакомых я оказалась у доктора. Так. И вы знаете... И вы начали вот это принимать. Вот этот, да. Капсулы. Эти капсулы я стала принимать. И вот когда вы почувствовали первый результат? Где-то прошло около 2 недель. Так. У меня вдруг перестала болеть голова. Угу. Прекратилось головокружение. Угу. Самое главное, сон наладился, потому что это так выматывало, это просто невозможно было. Угу. И я стала себя чувствовать очень хорошо. А вы уверены, что это капсулы вам помогли? Может, вы там что-то есть другое стали или какие-то еще? Вы знаете, я длительно лечилась таблетками. Улучшения не было абсолютно. Угу. Абсолютно. И, может быть, в комплексе помогло, я не знаю. Но ну, самое главное, я знаю, помогло. Но я считаю, что помогли мне вот именно вот эти капсулы. Ну вот если не ничего знаю. Не делать, доктор, угу. Ну можно вот оставить все как есть. И говорят, лучше вообще не вмешиваться. Как или не вмешиваться, не да вы чего? Таблетки? Если ничего не вмешиваться, то вот эти временные провалы памяти, потом что происходит? Идет гибель клеток головного мозга. Все, нервные клетки не восстанавливаются. Это не просто... Не просто пословица, это еще и правда. Почему парализованные люди годами, десятилетиями лежат парализованные, не могут начать ходить? И скорее всего, не начнут ходить. Нервные клетки не восстанавливаются. Болезнь Альцгеймера, когда вы вообще теряете реальность. Когда вы превращаете, ну, в овощ, можно сказать. Когда за вами нужен уход, вас помещают в пансионат для престарелых, и там врачи за вами ухаживают. Вы не понимаете, где вы находитесь и что делать. Вот что будет, если на это не обращать внимания. Доктор, дай бог, чтобы всем все помогало. У нас здесь звонок в прямой эфир. Алло. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Хотела сказать спасибо. Я неделю назад вот пропила Вазоактив. Дело в том, что у меня холодели и руки, и ноги. Причем это было даже летом. Это ну настолько некомфортно, неудобно. То есть не будет же все время ходить на стасах, в перчатках. И мне посоветовали, смотрю у вас канал, и очень-очень здорово. Прямо результат, принимаю все по инструкции, и прям я чувствую, что руки теплые, ножки тоже. Тем более, прямо вот сейчас вот в этот сезон осенний, который начинается, это как раз кстати. Вы рекомендуете тем, кто сейчас сомневается, делать заказ или нет, или что непонятно нам с телевизора тут показывают? Вообще никаких не должно быть сомнений. Я просто всем советую, у кого такие проблемы, это и среди молодежи встречается, и среди пожилых людей, обязательно стоит принимать. Это даже не обсуждается. Очень спасибо. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, мне нравится, что у нас еще и цена сейчас сниженная, да? Не 2000 рублей выше, а 1199 для конечно, нашего телеканала мы сегодня конечно, сделали такую совершенно цену. Верно. Самое главное, вы поймите, что Вазоактив – это
это не лекарство какое-то химическое. Здесь вообще нет химии. Здесь все вещества, которые, да, говорю страшные слова. Л-аспарагин, глютамин, триптофан. Это аминокислота настоящая, которую мы получаем из пищи. Но при этом пищи нам надо есть много-много-много. Но невозможно столько съесть, например, там брокколи, цветной капусты, либо какого-нибудь там стейка мяса, да? Здесь же это все находится именно в таком хорошем состоянии. Глютамин. Синтез глютаминовой кислоты. Что это такое? Есть даже лекарственные препараты, которые вот эти гам-гам-аминомасляную кислоту запускают, потому что если чем выше у нас вот этого глютамина, тем лучше у нас интеллект, память, мы можем в сложных ситуациях разбираться. То есть, когда вы будете применять наш вазоактив, что у вас происходит? Вы станете лучше понимать ситуации и делать правильные решения. Например, вы руководитель, вы главный бухгалтер где-то, либо вы какой-нибудь там начальник, директор. Вы не знаете, как поступить. У вас проблемы со свекровью, там с тещей или еще с кем-то. Пейте наш вазоактив, он улучшает мозговую деятельность, и вы знаете, как лучше общаться. У вас проходят обиды, это опять вазоактив. Правильное питание. Доктор, ну вот удивительно совершенно. Вот здесь натуральный абсолютный компонент. Нет никакой химии, которая может, знаете, одно лечить другое. У нас здесь же все состав, мы здесь все указано. Все натуральное. И получается, что помогает даже при инфарктах и инсультах. Это как? Да, потому как что помогает предотвратить. Потому что вазоактив улучшает микроциркуляцию и питание клеток сердца. И в этом случае, если у вас улучшается питание клеток сердца, сердце начинает лучше работать. Что такое инфаркт сердца? Когда перекрывается кровоток, в этом случае не доходит кислород до ваших клеток, и ткани сердца погибают. Все, закрылись вот эти ворота, не проходит кровь, и какой-то участочек гибнет. Не все сердце, участочек, но этого достаточно, чтобы сердце начало работать еле-еле. Потому что вот этот насос, взяли мощность этого насоса и уменьшили в 2-3 раза. И, конечно же, оно будет, вот этот насос будет работать хуже. Вы посмотрите, вот здесь у меня такой насос. Сердце — это наш насос. Вот здесь у меня шарик воздушный. Вы покажите мне шарик. И вот сердце должно прокачивать кровь. А если оно слабое? Оно просто не может надуть шарик, а слабый насос. Он надувает, а шарик снова сдувается. А бывает, когда сердце бьется быстро? Потом сердце начинает, ему же надо прокачать. Оно начинает быстрее биться. Да. Быстрее биться, чтобы надуть шарик. Но не получается ничего. Если улучшить питание сердца, клеточки сердца становятся, оно начнет как хороший насос накачивать вам вот этот самый шарик, прокачивать вашу кровь. И вот он, ваш кровоток от вашего сердца будет хороший. От этого не будут страдать, не будет страдать вообще весь ваш организм. Поэтому, друзья мои, вот этот вазоактив, который улучшает и микроциркуляцию в голове, и циркуляцию в вашем сердце, и в ваших глазах, в ваших руках, ногах. Ну, это такое настолько универсальное средство, что я рекомендую всем. Экзамены впереди. Надо сдавать экзамены. Надо сейчас в институте сессия начнется. Еще начинайте сейчас пить. Ведь курс 2 месяца. Начинайте сейчас пить, потому что перед зимой сейчас будут у вас экзамены. Купите внукам вашим, пусть он пьет, он поймет. А внукам можно? Ну, если внуку сейчас в институте, например, конечно, можно. Можно? Конечно. То есть я думаю, только для взрослых людей. Для всех. Питание полезно, полезно всем. Вот кому полезно, полезно питание, тому полезен наш вазоактив. Звоните, заказывайте, остается все меньше и меньше. Но вы просите напомнить про наш дисконт дня. Встречайте. Что добавить в свою виртуальную корзину, чтобы еще и на доставке сэкономить, да и польза была. 3 штуки в комплекте. Натуральная муравьиная растирка. Самая низкая возможная цена. Ниже цены не найдете. Почему столько людей звонят и заказывают муравьиную растирку? Потому что муравьиная растирка, друзья мои, помогает вам избавиться от боли в суставах буквально после 5-7 минут после нанесения вот на ваш больной сустав. Она снимает боль, она снимает воспаление, она снимает вот эти проявления жжения ваших, например, в пятках, если у вас пяточная шпора. И если у вас какие-то были травмы или переломы, чтобы вы, друзья мои, не реагировали на погоду. Но это первое действие. Действие как бы 0,3, срочно снять боль. Но если у вас вот стираются ваши коленные суставы, стираются ваши позвонки, возникают в ваших хрящах такие, знаете, как трещинки, особенно это бывает у людей с лишним весом, либо есть какие-то травмы, что при этом происходит? Ваши хрящи
трескаются. И тогда и в суставах, и в позвоночнике каждый миллиметр движения дается с трудом. Так вот, сначала наша муравьино-растирка, она обезболивает вот эти повреждения. Представляете, вот треснула живая ткань. Вам кожу взять, разрезать ножом. Вот такая же у вас страшная боль в суставах. Первое, что обезболивание, а второе, что запускается процесс регенерации. Улучшается питание, кровоснабжение ваших суставов. И в этом случае потихоньку, постепенно, почему 3 баночки на 3 месяца применения? Первый месяц это полное обезболивание, второе начало вашей регенерации, 3-й месяц закрепления результата, чтобы восстановились ваши хрящи, не будете уже вы вот этим муравьино-растиркой использовать ее до конца жизни. Так, ну, доктор, я не поняла. Ну вот, а почему бы мне не пойти в ближайшую аптеку? Так. Да, потратить больше денег, понятное дело. Купить обезболивающее, купить какую-нибудь там таблетки для восстановления, пропить. Ну, смотрите, пропить во-первых, нестероидные противовоспалительные, что они делают? Дело в том, что нестероидные противовоспалительные, они просто убирают боль. Они не запускают процесс регенерации. Это раз. Так. И второе, все химические вещества, друзья мои, они имеют противопоказания. Мало многие не знают, что, например, нестероидные противовоспалительные можно пить только 5 дней, а потом возникает эрозия или язва желудка. А при нашем уровне, конечно, нет, это же место применения. Безопасно, удобно. 3 штуки в комплекте, стоимость одной всего лишь 260 рублей. Ваза Актив. Идеальная цена и гарантия самой низкой цены. Но у нас муравьиная растирка пока. Очень большая популярность, ВазоАктив уже заканчивается. Возвращаемся. А мы хотим вот прийти куда-то. Нет, наши телезрители возвращают нас вновь и вновь. Засыпают просто вопросами. Как применять? Для кого нужно? Какие симптомы для применения? ВазоАктив – это уникальная, ну такая наша, институт натуротерапии. Недаром называется ВазоАктив, НИИ, научно-исследовательский институт натуротерапии. Угу. Для улучшения мозгового кровообращения. Это ведет к улучшению умственной работоспособности. То есть вы начинаете лучше соображать, лучше ориентироваться в ситуации. Улучшение памяти не только для сдачи экзаменов, но и, например, памяти просто повседневной, когда наши мамы, папы, бабушки, дедушки не могут вспомнить, что у них было буквально 2 дня назад, где они находятся. Отметьте чувствительность избавления, потому что вы перестаете реагировать на погоду, восстановление после инфарктов и инсультов, потому что это очень долгий период. Часто люди годами не могут восстановиться. Ну и, конечно, предубеждение заболевания нервной системы, которые тоже купируются улучшением микроциркуляции. Да, и сегодня у нас целый комплекс, который рассчитан на 2 месяца. Угу. Вот, пожалуйста, вот такие 2 баночки, в каждой по 60 капсул. Угу. 1-2 раза в день мы применяем. Совершенно я правильно верно. Поняла? 2 месяца мы пьем. Если вы хотите полноценный курс, то возьмите 2 таких курса. То есть 2 месяца пьем, Два месяца перерыв и снова 2 месяца пьем. Это будет здесь в каждой баночке, да, давай мы вам покажем, давайте, находится капсулы, посмотрите, капсулы, которые внутри содержат только исключительно натуральные компоненты. И вот эти самые капсулы, ну почему мы сделали это все в капсулах? Чтобы не вот эти полезные вещества, аминокислоты, самые ценнейшие витамины, не распадались под действием желудочного сока. Капсула проходит в желудок и растворяется в кишечнике. Там, где надо. Там, где надо. Ага. То есть это еще умная транспортная доставка, чем отличает именно нашу разработку Института натуротерапии от подобных таких от БАДов, которые есть. И это не лекарство. Здесь нету химических компонентов вообще, от слова вообще. Здесь 100%. Вот если можно было бы там на 113%, так сказать, натуральный продукт. Поэтому вы не можете здесь получить какое-то осложнение, побочное действие. Единственное, что если индивидуальная непереносимость, например, у вас аллергия. И вот посмотрите, хотите, если вы пьете таблетки, лекарственные вещества, лекарственные препараты, то вы как раз и будете получать эти осложнения. Если вы пьете наши вот эти капсулы, которые здесь находятся, в которых внутри только натуральные компоненты, вы можете их смело пить. Как я вот сейчас беру эти капсулы и пью ВазоАктив, его мало не бывает. То есть вы можете его пить 2 раза в день, это для стандартного человека. 3 раза в день. Если, например, у вас есть какая-то проблема уже, если вы чувствуете, у вас потеряется память, забываете. Либо 1 раз в день, есть как профилактика, чтобы у вас никогда этого забывания не было. А если мы забыли? За ваше здоровье. Так. А, и у нас сегодня есть еще предпоследний победитель, появляется, который выбрал наш компьютер. Александр, еще раз, Александра Андреевна, не Александра, из Семенской области, село Рассвет.
Александра Андреевна? На линии? Да, вы же находитесь с нами сейчас на линии. Поздравляем вас. Алло. Большое спасибо вам. И вам спасибо, спасибо вам, вы выиграли. Что нас смотрите. Рада. Вы получаете подарок от доктора Арсенина, целый набор. Вот такую спасибо корзину. Большое, спасибо большое. Да, если не секрет, что вы заказали у нас на телеканале? Я заказала растирку муравьиную. Так. На комплекта. И вот по памяти... Вазоактив. Вазоактив. Вот видите, от памяти и вы этого забываете. Я уверен, что сейчас пропьете 2 месяца и будете потом звонить, вы будете прям вспоминать все, что как называется. А вот растирки нашего дисконта дня 2 комплекта целых. Мне просто интересно, в подарке или вы уже знакомы с этой растиркой? А уже все, по-моему, да? Да, все уже. Вы муравьиную растирку 2 комплекта заказали, а там 6 баночек у вас получается. Вы для подарка взяли или все себе? Да. Для подарков? Я взяла себе и для подарков сестре. Правильно, все. Правильно. Спасибо видите, вам огромное. Еще раз поздравляем вас. Вы получаете подарок. Один единственный подарок у нас еще остается. Да. Для того, чтобы его получить, вам нужно просто что-то заказать в нашем прямом эфире. Себе, сестре, видите, как заботитесь. Своим родным, близким, вашим, ну не знаю, там подросткам, студентам, которые сдают экзамены. Вот, например, вот этот вазоактив, абсолютно всем можно, можно пить. Конечно. Безопасно. Не то, что безопасно, а это супербезопасно. Потому что это не лекарство, это не какой-то БАД. Это просто обычный пищевой продукт, но концентрированный, умный пищевой продукт, который содержит вот те самые активные вещества, которые нам нужны для хорошей микроциркуляции. А если мы уже принимаем какие-то таблетки, которые врач назначил, все равно параллельно конечно, можно? Конечно, конечно, обязательно. Отменять таблетки ни в коем случае нельзя, может быть синдром отмены. Но есть маленькая хитрость. Вы начинаете пить вазоактив, у вас улучшается микроциркуляция, и те таблетки, которые вы до этого пили, они начинают действовать лучше. Ага. И поэтому вполне возможно, через там, месяц вы пойдете к врачу и скажете: ой, дорогой врач, а у меня вот сахар снизился, а вот у меня голова перестала болеть, а у меня вот сердце лучше стало биться, не надо много таблеток. И он скажет: ну давай-ка, милая моя, давай-ка вам сейчас будем отменять. Вот это половину отменили, вот это пей по половинке, а это по четвертинке. И это очень большая заслуга, потому что вы будете себя химией травить в 2-3 раза меньше. Ну, как вот действует вазоактив? Очень просто. У нас, к сожалению, самый мощный кровоток только у новорожденных детей. Потом с возрастом он снижается. И если это предоставляет какую-то критическую ситуацию, то при сахарном диабете возникают трофические язвы, инсульты при головном мозге, инфаркты в сердце. В нашем вазоактиве на что находится? Дигидрокверцетин. Раз. Там находится гинкобилоба. 2. Глицин, экстракт арники, комплекс витаминов, аспарагин, которые запускают этот процесс микроциркуляции, которые проталкивают кровь, которые не дают им застаиваться. И что вы чувствуете? Вы чувствуете, первое, что у вас нормализовался сон. Через 1,5-2 недели вы засыпаете, как убитый. Второе, у вас теплеют руки и ноги. Третье, вы начинаете без проблем вспоминать, как зовут ваших детей, ну, ваших внуков, если до сюда дошло. Mm-hmm. Вы начинаете вспоминать, как зовут артистов, смотрите фильм, все помните, не только долговременная память, но вот это ближайшее память, то, что было 1,5-2 недели назад, у вас улучшаются интеллектуальные, мистические функции, то есть вы перестаете сердиться, на вас перестают там обижаться, потому что вы радостно, весело, у вас проходит депрессия, жизнь кажется вам раем, и вы хотите жить, а мы всего лишь навсего улучшили микроциркуляцию головного мозга. Доктор, но дело в том, что уже опытные покупатели, которые уже приобретали вот эти аппараты, препараты, они сейчас приобретают в компании комплекте. И вот вазоактив. Диабинорм, да. И у нас диабинорм. Было почему? Много очень звонков, потому что нарушение микроциркуляции ни при каком другом заболевании так не страдает, как при сахарном диабете. И вот здесь наш диабинорм, он не только помогает справиться вот с этими осложнениями от сахарного диабета, но он блокирует всасывание углеводов. То есть он затрудняет их всасывание. Если вы все-таки, вам нельзя есть тортик, а взяли, вы съели ли какое-нибудь мороженое, выпейте диабинорм. Если у вас есть какие-то уже осложнения, вы знаете, что у вас диабетическая стопа, нарушается зрение, что вы не можете читать газеты, выпейте диабинорм, потому что там есть компоненты аминокислоты, которые восстанавливают функцию и зрения, и почек, и сердца. То, что страдает при сахарном диабете. Если, не дай бог, у вас появляются какие-то либо
либо трофические язвы. Покажите, есть там фотографии трофических язв при сахарном диабете. Если это появляется, то это просто жизненно вам необходимо. Вам нужно улучшать микроциркуляцию и защищать свои клетки от повреждающего действия вот этого повышенного уровня сахара в крови. Что в составе помогает? Уникальный компонент. Посмотрите, альфа-липоевая кислота. Это уникальное вещество. Если вы ложитесь в больницу, вам ее капают. Знаете, если вам капали, накрывают такую капельницу и закрывают черным пакетом, потому что распадается моментально на солнечном свете. Да. Альфа-липоевая кислота. Здесь она у нас находится. Там стоит одна капельница только 3000 рублей. Здесь у нас два флакона стоят меньше 900. Вы представляете, мы специально, у меня мама 15 лет страдала сахарным диабетом. Я это сделал, друзья мои, для вас. Я сам состою в группе риска, потому что по наследству сахарный диабет передается. Я сам пью Диабинорм, потому что я очень страшно, очень сильно боюсь, что у меня, не дай бог, прям постучу, что диабет будет. А вот вместе можно параллельно пить? Конечно, как? Конечно. А вы прям берете одну капсулу отсюда и отсюда, смешиваете вместе, прям две капсулы выпиваете. Ничего страшного. Абсолютно, конечно, так и нужно. Да. А есть ли какие-то вот реальные примеры, гарантированно, когда вот помогло людям 100%? Конечно, конечно, есть. У нас есть примеры, примеры, которые помогают, но не при сахарном диабете. У нас есть примеры при заболеваниях головного мозга, когда мы тестировали вот эти самые, друзья, наши капсулы с нашими пациентами, которые применяют и вазоактив. Ну, у нас еще есть одна пациентка, к сожалению, продюсер сегодня, режиссер сегодня не посадила. Есть, мы покажем, она расскажет свою историю про Диабинорм. Ну вот у нас здесь Лариса, ей 69 лет, и она пришла ко мне, друзья мои, с чем? С тем, что у нее была проблема с памятью. Правильно Лариса говорит? Да, да, страшная проблема. Я вспоминаю это состояние свое, когда я вдруг выхожу с автобуса, и я не знаю, куда мне идти, в голове как будто все стерлось. И вот, слава богу, я пришла. Угу. И меня вылечили. Вот дело что... в том, что я сразу же пошла к врачу, меня обследовали, сделали анализы. Холестерин был очень высокий, угу. Ишемия головного мозга, ишемия сердца. Доктор сказал, что я нахожусь в угрозе инфаркта, инсульта, угу. в этой зоне. И назначили мне лечение. Но, угу. вы знаете, оно мне не помогало. Угу. И вот уже знакомые через знакомых я вышла на доктора, угу. Сергея Владимировича. И он назначил мне вот эти вот капсулы. Капсулы, да. Угу. Я принимала одну утром, одну вечером за полчаса до еды. Через сколько времени вы почувствовали улучшение? И где-то через две недели, около этого, может, даже чуть-чуть раньше, у меня прекратились головные боли и головокружение. А сон стал, я поражаюсь, они, наверное, сонливые, что ли. В общем, проблемы прекратились полностью со сном. Угу. Потому что, вы знаете, насколько это было тяжело находиться в состоянии без сна. Угу. И сейчас у меня все нормально, и чувствую себя прекрасно. И самое главное, у меня была депрессия. Угу. Такой низкий фон настроения, это было настолько тяжело. Угу. И это прошло. Слушайте, ну и как вы себя сейчас чувствуете? Я себя сейчас чувствую очень хорошо. Жить хочется? Да. Ну вот, но... это самое главное, друзья мои. Доктор, а все-таки что, если ничего не делать? Ну вот, ну, бывает, что если люди вот просто говорят, ну ничего страшного. Делать, если... Химию не хотят пить, а вот такие таблетки еще никто не пил. Дело в том, что в этом случае происходит гипоксия нашего головного мозга. И вот это мы сейчас показываем, вот эту у вас на экране наш нейрон. Вот именно так под микроскопом, под электроном наши клетки выглядят у нас в головном мозге. Тогда эти клетки гибнут. И в этом случае нервные клетки не восстанавливаются. Действительно так. Невозможно их восстановить. И вы получаете старческое слабоумие. Когда вы превращаетесь просто в овощ, когда вы не понимаете, что нужно есть, пить, вы не понимаете, где нужно ходить в туалет, вы это все делаете, ну, извиняюсь, под себя, где за вами нужен уход, вас отдают какой-то пансионат для престарелых, где врачи за вами ухаживают. И это страшная вещь. Вот я представлю, не дай бог со мной такое будет, ну, прям вот я не хочу этого. Поэтому я вот такие умные продукты и создаю. Для чего? Для того, чтобы, ну, в первую очередь для себя, чтобы у меня, друзья мои, вот этого не было. Ну, это на самом деле страшная вещь, потеря памяти, когда ты выходишь на улицу, а обратно не знаешь, куда вернуться домой, и таких пациентов
Тысячи. То есть создавалось для себя, для своих близких, и вы теперь можете поделиться с телезрителями. Верно. Цена адекватная абсолютно, 1199 рублей за целый комплекс, который рассчитан на 2 месяца. Да. Если сегодня вы приобретаете, например, что-то из нашего прямого эфира, от доктора Арсенина остался один единственный подарок. Да. Целая ваза с красивыми препаратами, и с очень полезными, достанется кому-то компьютерным методом. Да, вот буквально через несколько минут, возможно, мы узнаем следующего победителя. Звонок бесплатный с любого региона России, телефон многоканальный. Звоните, бронируйте прямо сейчас. Добавляйте пищевой концентрат Диабинорм. Вот врач сказал, что можно все вместе принимать. Они друг друга помогают. У нас звонок, звонок, да, передаю? На эфир. Да, давайте. Алло. 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 Здравствуйте. Я просто хочу сказать вам, потому что дело в том, у меня мама сильно болеет. Врачи начали ставить дименцию. Дело в том, что очень уже не надеялись ни на что. После того, как пропили целый месяц, врачи смотрели результаты, делали томограмму и сказали, что восстановление пошло, приостановилась болезнь, и сказали, что мы могли уменьшить вот эту вот болезнь. Я хочу вам сказать спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Вот видите, вот стоит за каждым таким случаем личная трагедия. У меня была соседка, знаете как, но да, она была... Мужу 82 года, ей где-то 75. И вот она, прям соседка по даче, вот у меня дача, вот прям вот здесь. И вот они хорошие, все, сад, огород, все хорошо. И муж-то еще нормальный, да, у нее сахарный диабет, зрение оно улучшилось. А вот она, у нее началась старческая деменция, и вовремя не сделали. И он за ней ухаживал и так, и огород уже запустил. Все было направлено на то, чтобы за ней ухаживать, и он уже не мог. Там дети где-то жили далеко, не могли помогать. И он ее отвез в дом престарелых. Это очень страшно, вы вот, не скажете, потому что ему 82 года, и он не мог просто ухаживать, вы представляете, как? Да, страшная вещь, сейчас все зарошено, там уже все заросло, трава, такой рост человека. Вот так, друзья мои, это происходит. А если бы все были вместе, жили бы счастливо? Поможет, точно! Здесь, конечно, я не могу вам гарантировать, что всем 100% поможет. Да. Давайте посмотрим как это мы. Да, давайте мы посмотрим мозг. Продюсер на меня ругается. Я даже не знаю, как бы что здесь и делать, да, друзья мои. Дело в том, что наш вот это головной мозг, да, он обладает такой активностью. Вот здесь происходят миллиарды всевозможных импульсов. Мы память, нашу двигательную активность. То есть постоянно наш мозг, даже когда мы спим, он не спит. Но потихоньку наш мозг начинает выключаться. Становится меньше его активность. И в один прекрасный момент эта активность останавливается. Вот это называется, ну, образно, конечно, старческая деменция. Нужно питать, насыщать клетки кислородом, чтобы снова можно было включить наш вот этот мозг, чтобы снова пошли там вот эти импульсы, полетели, побежали. Для чего? Для того, чтобы восстановилась наша умственная способность. Потому что лучше, ну, не знаю, там, ходить с палочкой, с суставами, может быть, ходить с костылями, но чтобы ты понимал, куда ты идешь, зачем ты идешь, и чтобы у тебя не было вот этого слабоумия, когда ты превращаешься просто, ну, недвижимое существо в такой овощ, за которым нужно ухаживать. Доктор, к нам присоединяется каждую секунду большое количество покупателей. Для тех, кто вот только сейчас принимает решение, расскажите, пожалуйста, еще раз, для кого необходимо? Если у вас нарушено мозговое кровообращение, если вы забываете, если у вас плохая память, у вас нарушается умственная способность, вы чувствуете, что в каких-то ситуациях вы неправильно делаете поступки, вы плохо соображаете. Если вы помните, что было 20 лет назад или там 40 лет назад, когда вы учились еще в школе, а вам уже там 70 лет, но при этом вы не можете вспомнить, что было 2 дня назад. Это опять же признак для приема. Если у вас болит голова,
постоянно на смену погоды, если, не дай бог, у вас были инсульты или инфаркты, для восстановления, чтобы вы не стали вообще недвижимым инвалидом, парализованным, за которым, ну, извините, судно надо какие носить. Какие противопоказания? Противопоказания. Здесь как бы, ну, на этикетке здесь у нас все написано, но противопоказание одно. Я вам сразу это озвучу. Если у вас есть индивидуальная непереносимость, если у вас есть какая-то аллергия на компоненты, вот эти пищевые продукты, все остальное запомните. Это не лекарство. Это не какой-то там дорогостоящий БАД. Это просто концентрированные пищевые полезные продукты, которые полезны для нашего либо головного мозга, для наших сосудов, для сердца, ну, в частности, для больных с диабетом. А мы возвращаемся к нашему дисконту дня. Он тоже пользуется большой популярностью. Завершающий прямой эфир на сегодня. Остается 125 комплектов муравьиной растирки. Вот наша телезрительница, которая сегодня выиграла корзину с подарком от доктора Асенина, взяла аж два таких набора. Сказала, один себе, один сестре подарю. Вот почему именно эта муравьиная растирка является отличной альтернативой вот дорогостоящим таблеткам, которые половину лечат, а половину калечат? Дело в том, что муравьиная растирка обладает двойным действием. Первое, когда вы наносите ее на ваши больные суставы, то у вас обезболивающий эффект проявляется в первые 10 минут. Вы представляете? То есть вы нанесли, и через 10 минут ваши суставы, которые ныли, не давали спать, прекращают болеть. Но вместе с этим нарастает потенцирование. То есть нарастает эффект терапевтический. Что это такое? Улучшается под действием натуральной муравьиной кислоты, которая находится в нашей муравьиной растирке. Вот эти разрушенные хрящи, вот эти поврежденные хрящевые поверхности, знаете, хрящ, когда если смотреть под микроскопом, когда у вас есть артроз или артрит, он буквально вот так трескается, как скорлупа на вареных яйцах. И вот тогда, если у вас раньше вы ходили, бегали, не знали, где у вас болят суставы, то сейчас каждый миллиметр движения вам будет даваться с трудом. Так вот, муравьиная растирка первое, что обезболивает, то есть, как в медицине называется, улучшить качество жизни. То есть, вы будете засыпать без боли и дальше ходить без боли. Но она еще улучшает микроциркуляцию, она улучшает кровоток регионарный именно в области вашего сустава, она улучшает питание ваших хрящей, и вы снова начинаете жить здоровый образ жизни. Вы живете не только без боли, но вы еще запускаете процесс восстановления. Поэтому у нас здесь 3 штуки на 3 месяца применения. Для чего? Для того, чтобы первый месяц полностью обезболить суставы, позвоночник, вообще любые болезни, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Но второй месяц, третий месяц, начать восстановление хрящей и закрепить результат. Вы же не будете муравьиной растиркой до конца жизни пользоваться, чтобы обезболить. Слушайте, доктор, а если боль очень сильная, вот такая прям ужас-ужас, тогда что делать? Вот когда вам просто внутри все горит, вы натираетесь вот этой муравьиной растиркой, и у вас потихоньку, полегоньку. Вот этот кипяток, который до этого лился на ваши суставы, на ваши стопы, он останавливается. Конечно, это не может сразу помочь, это невозможно. Я вынул кипятильник, да, чтобы вода сразу остыла. Такого не бывает. Но постепенно это все проходит. Появляется подвижность в позвоночнике. Вы начинаете наклоняться. У вас не заклинит вашу поясницу. Вы уже начинаете хулиганить и носить там больше там, 2-3 килограмм. Начинаете ходить на дачи, заниматься там каким-то огородом. То есть вы возвращаетесь к той прежней жизни, которая у вас была, когда у вас был абсолютно хороший, правильный опорно-двигательный аппарат. Как правильно наносить? Берете тонким слоем и наносите на проблемные места. Будь то позвоночник, будь то суставы, не надо ничего кутать, не надо ничего закрывать. Взяли буквально маленькую капельку, она очень хорошо растирается. Нанесли, все, через 5-7 минут у вас начинает как будто такое ощущение бегать муравьи. Начинает пощипывание такое, как будто вас муравьи кусают. А больно сильно не будет? Нет, вот многие спрашивают, доктор, как же я ночью засну, если меня вы положите муравейник, образно говоря. Да. Это происходит в течение 10-15 минут. Потом пощипывание проходит, но и боль проходит, и вы засыпаете, как младенец. Ну, мне нравится, что нет противопоказаний. То есть, можно получать... Ну, противопоказания есть. Это какие? Аллергия. Если у вас индивидуальная непереносимость, чувствительность. Я имею в виду, как вот, знаете, у таблеток, когда 2 списка, там, если диабет, нельзя, там, если давление повышено, нельзя. Да нет, это же местное применение. Чем это все хорошо, чем это отличается вот от той кучи таблеток, вот, которые у нас здесь, посмотрите. Таблетки имеют очень много противопоказаний. Химические таблетки, да, вот эти лекарства. У вас болит желудок, нельзя при повреждении, при язве желудка.
например, нельзя пить противовоспалительные стероиды, если у вас язва желудка. А как тогда обезболивать себе суставы? Так вот, пожалуйста, вот это муравьиная растирка. И у нас сегодня в качестве дисконта дня целый комплект из трех таких муравьиных растирок. То есть стоимость одной сейчас всего лишь 266 рублей. Представляете, у нас сейчас идеальный вариант для того, чтобы вы могли познакомиться с самым выгодным предложением суток. Доставка в любой регион России. Хотите, возьмите вы рассрочку. Всего лишь 240 рублей будет первоначальный платеж. И сейчас от нашего доктора, кандидата медицинских наук, вы получите еще и через 7 минут вот такой подарок. Он будет выбран случайным способом через компьютер. Я правильно говорю? Совершенно верно. Для этого нужно просто заказать любой продукт. Болят у вас суставы, берите муравьиную растирку. Болит у вас голова, нарушена память, берите Вазактив. Если у вас, не дай бог, есть сахарный диабет, либо его у вас нету, но есть предрасположенность, возьмите Диабинорм, который у нас также сегодня есть. Вот это все, дорогие мои, специально для вас, для вашего здоровья. Да, если вы заказываете сегодня на 4999, то и доставку вы получаете совершенно бесплатную в любой регион России. Гарантия самой лучшей цены на телеканале «Дисконт» для вас. Что же еще? Конечно же, ВАЗа Актив НИИН. Сегодня их остается все меньше и меньше. Завершающий прямой эфир остался буквально 13 минут до завершения нашего прямого эфира. Да, друзья мои, остается еще меньше и меньше, потому что это наша пробная такая партия. Если она закончится, вы не успеете помочь себе. Посмотрите, что делают активные ингредиенты натуральные на ВАЗа Актива. Улучшают питание и функцию головного мозга, повышает умственную работоспособность, когда вы начинаете хорошо думать, хорошо соображать, когда у вас все хорошо с памятью, вы начинаете засыпать и просыпаться, как младенец, у вас проходят головные боли, если у вас раньше они были на изменении погоды. У вас что дальше происходит, если, не дай бог, у вас уже случилась какая-то трагедия и были инсультные инфаркты, то восстановление после этих инсультов и инфарктов происходит в 2-3 раза быстрее, потому что наш ВАЗа-Актив содержит питательные вещества для ваших капилляров. То есть это не лекарство, это не какой-то химический компонент. Здесь вообще абсолютно от слова совсем нет никакой химии. Здесь только натуральные экстракты трав, гидрокверцетин, экстракт сибирской лиственницы, который улучшает микроциркуляцию. Здесь находится гинкобелоба, улучшает память, глицин, аминокислота, получаемая из мяса, но она максимальная концентрация в нашем организме в головном мозге. Аспарагин, аминокислота, которая улучшает процесс торможения, возбуждения, либо экстракты трав, которые являются антидепрессантами, и которые стимулируют выработку гамма-аминомасляной кислоты, которая отвечает за наше настроение. И вот здесь у вас хорошее настроение, вы веселы, радостны, вы становитесь хорошей бабулей, которая любит своих внуков, вы становитесь такой хорошей соседкой, которая ни с кем не ругается. Вы все помните, и у вас ничего, нет никакой проблемы с головой. И самое главное, вы защищаете себя от инсультов, раз, от инфарктов, два, от осложнений сахарного диабета, которые связаны именно с капиллярами, потому что при капиллярах, при сахарном диабете забиваются капилляры. И они забиваются везде, кстати. В голове возникает диабетическая нейропатия. В глазном яблоке возникает диабетическая ретинопатия. То есть, когда человек просто слепнет. А все из-за чего? Просто нарушается микроциркуляция. Что делает ВАЗа-Актив? Как он работает? Он улучшает вашу сосудистую микроциркуляцию. Чтобы не было вот этой катастрофы в головном мозге, которая называется инсульт, он запускает процесс микроциркуляции. Самый мощный процесс микроциркуляции у нас в молодом возрасте, новорожденном. В 10 лет уже снижается на 2-3%. В 50-60 лет практически наполовину. И вот посмотрите, у нас колба, внизу застоявшаяся кровь. Как ее сделать так, чтобы она пошла у нас наверх? ВАЗа-Актив, благодаря своим компонентам, вот этим аминокислотам, экстрактам, алкалоидам трав, экстрактам сапонинам, он запускает этот процесс. Он начинает как бы выталкивать вот эту застоявшуюся кровь. А хуже не будет? Наоборот, лучше. Вы, образно говоря, с помощью микроциркуляции молодеете. Потому что моя мощнейшая микроциркуляция когда? В молодом возрасте. И она у вас становится такой же мощной. То есть вы начинаете думать,
думать, мыслить, двигаться по-другому, как это было 10, 15, 20 лет назад. Возвращайте свою молодость не только в головном мозге, в сердце, в сосудах, в суставах. Вот это, друзья мои, все, ну, как бы все у вас в руках. И это все по цене меньше, чем вот какие-то такие таблетки, БАДы. Курс на 2 месяца вот по такой цене практически, да, скидка, да, тут 40%. Смотрите, курс на 2 месяца стоит всего лишь 1199 рублей. Цена действует только сегодня для вас, потому что у нас директор института натуротерапии, который дает вот такую рекламную цену для того, чтобы вы познакомились с продукцией, оздоровились и, соответственно, уже стали дружить с нашим российским институтом, да, чтобы не покупали где-то, а поняли, что не надо платить бешеные деньги за хороший и качественный товар. Я это правильно все точно, говорю, это абсолютно. Потому что вот это все я на самом деле применяю, все делал для себя, друзья. И я сам это с удовольствием пью, с удовольствием применяю. Да, и очень здорово, что это все безопасно, потому что здесь нет вообще химии. Есть у нас победитель, все, так, завершающий давайте, подарок давайте. Сегодня забирает Нина Павловна. Она у нас на линии, дозвонились. Алло, Нина Павловна, мы вас поздравляем. Вы у нас сегодня завершающий победитель в нашем прямом эфире. Откуда вы? Алло, здравствуйте, откуда вы? Архангельская область. Ой, как далеко. Здравствуйте, а что вы у нас приобрели? Вот вы выиграли, значит, вы что-то приобретали. А я сейчас крем приобрела. Кого? Очень. Крем. Что? Крем. Крем для суставов, вы имеете в виду, Равина? Ну, так, называйте зрители, пациенты тоже и крем, как только да, называют. Да, у нас 3 минуты осталось до завершения прямого эфира. Спасибо вам, что вы сделали этот заказ. Обязательно потом позвоните, расскажите, как вам крем-растирка, понравилась или нет. Да. Вот такая корзинка с товарами от института натуротерапии вам достается сегодня совершенно бесплатно, просто так в подарок, для того, чтобы вы протестировали и попробовали. Это тоже очень удобно. Доктор Арсенин, 2 минутки остается. Спасибо, Архангельск. 2 последние минуты, друзья мои, которые могут позволить спасти вам жизнь. Спасти вам жизнь вашим родным, близким, родственникам, изменить вашу жизнь. Не допустить вот этих страшных историй, которые мы сегодня вам рассказывали. Когда история связана с потерей памяти, когда человек уходит, не может обратно вернуться, когда он лежит в больнице, когда наступает, возникает болезнь Альцгеймера, так, старческое слабоумие, которое приводит к тому, что вы перестаете мыслить, думать. Вы теряете память и превращаетесь буквально в овощ. И это все вы можете избежать, если будете улучшать свою микроциркуляцию, улучшать кровоток, если вы будете питать и кровоснабжать ваши сосуды. Но если у вас есть сахарный диабет, не дай бог, а это как раз вот ну, такая подоплека для развития инсультов, инфарктов при сахарном диабете, и зрение ухудшается, и мышечная деятельность, вот как будто как в тумане, то берите вот эти 2 комплекса Диабинорм и Вазоактив, потому что это все, друзья мои, все для вас. Ну вот буквально через несколько секунд у нас будет полная презентация Вазоактива, потому что очень большая популярность. Мы с вами, доктор, пойдем домой наслаждаться жизнью. Остается совсем немного. Вот добавляйте в свою виртуальную корзину 30 комплектов. И будьте самое главное здоровье. Значит, запомните, друзья мои, это не лекарство, это полезные продукты. И они могут доктор, помочь вам. Спасибо вам, спасибо вам. Оставайтесь здоровыми. Будьте здоровы. И здесь вообще нет химии, здесь все вещества, которые, говорю страшные слова, L-аспарагин, глютамин, триптофан. Это аминокислоты настоящие, которые мы получаем из пищи. Но при этом пищи нам надо есть много-много-много. Но невозможно столько съесть, например, там брокколи, цветной капусты, либо какого-нибудь там стейка мяса, да? Здесь же это все находится именно в таком хорошем состоянии. Глютамин. Синтез глютаминовой кислоты. Что это такое? Есть даже лекарственные препараты, которые вот эти гамма-аминомасляную кислоту запускают, потому что если чем выше у нас вот этого глютамина, тем лучше у нас интеллект.
память. Мы можем в сложных ситуациях разбираться. То есть, когда вы будете применять наш ВАЗ-актив, что у вас происходит? Вы станете лучше понимать ситуации и делать правильные решения. Например, вы руководитель, вы главный бухгалтер где-то, либо вы какой-нибудь там начальник, директор. Вы не знаете, как поступить. У вас проблемы со свекровью, там с тещей или еще с кем-то. Пейте наш ВАЗ-актив, он улучшает мозговую деятельность, и вы знаете, как лучше общаться. У вас проходят обиды, это опять ВАЗ-актив. Актив, правильное питание. А, доктор, ну вот удивительно совершенно, вот здесь натуральный абсолютный компонент, нет никакой химии, которая может, знаете, одно лечить другое. У нас здесь же все состав, мы здесь все указано. Все натуральное, и получается, что помогает даже при инфарктах и инсультах, это как? Да, потому что помогает предотвратить, потому что ВАЗ-актив улучшает микроциркуляцию и питание клеток сердца. И в этом случае, если у вас улучшается питание клеток сердца, сердце начинает лучше работать. Что такое инфаркт сердца? Когда перекрывается кровоток, в этом случае не доходит кислород до ваших клеток, и ткани сердца погибают. Все, закрылись вот эти ворота, не проходит кровь, и какой-то участочек гибнет. Не все сердце, участочек, но этого достаточно, чтобы сердце начало работать еле-еле. Потому что вот этот насос, взяли мощность этого насоса и уменьшили в 2-3 раза. И, конечно же, оно будет, вот этот насос будет работать хуже. Вот посмотрите, вот здесь у меня такой насос. Сердце – это наш насос. Вот здесь у меня шарик воздушный. Вы покажите мне шарик. И вот сердце должно прокачивать кровь. А если оно слабое? Оно просто не может надуть шарик, а слабый насос. Он надувает, а шарик снова сдувается. А бывает, когда вот сердце бьется быстро. Потому сердце начинает, ему же надо прокачать, оно начинает быстрее биться. Да. Быстрее биться, чтобы надуть шарик, но не получается ничего. Если улучшить питание сердца, клеточки сердца становятся, оно начнет как хороший насос накачивать вам вот этот самый шарик, прокачивать вашу кровь, и вот он, ваш кровоток от вашего сердца будет хороший. От этого не будут страдать, не будет страдать вообще весь ваш организм. Поэтому, друзья мои, вот этот ВАЗ-актив, который улучшает и микроциркуляцию в голове, и циркуляцию в вашем сердце, и в ваших глазах, в ваших руках, ногах. Ну, это такое настолько универсальное средство, что я рекомендую всем. Экзамены впереди. Надо сдавать экзамены. Надо сейчас в институте сессия начнется. Еще начинайте сейчас пить. Ведь курс 2 месяца. Начинайте сейчас пить, потому что перед зимой сейчас будут у вас экзамены. Купите внукам вашим, пусть он пьет, он поймет. А внукам можно? Ну, если внук учится в институте, например, конечно, можно. Можно? Конечно. То есть я думаю, только для взрослых людей. Для всех. Питание полезно, полезно всем. Вот кому полезно, полезно питание, тому полезен наш ВАЗ-актив. Только в сентябре вы получите...